Ну, качество картинки мне просто впечатляет. Это Air 2, друзья. Это прям как какая-то, знаете, как Half-Life, когда проходишь какой-то уровень. Смотри, солнце зашло и закрыло часть здания. Это разве красиво выглядит? Шрифт жесть. Как будто взяли, дали в глаз и часть пикселей потеряли. Ух ты, какой художественный кадр, как будто мы сейчас смотрим фильм. А жарить я буду, знаешь почему? Потому что у меня тоже здесь снимал. Офигеть! Как тебе получилось это снять? Это же нельзя! Кто тебя вообще сюда пустил? Это самая крутая работа, которую я только видел во всех прожарках, друзья. Ребята, всем привет, с вами Смакадрон. Это уже аж пятая часть прожарки. Смотрим ваши видео, даем критику и наслаждаемся чужими работами, снятые на дрон. Друзья, это будет очень интересная прожарка, потому что будет очень много сильных работ, которые будет действительно очень интересно посмотреть и чему поучиться. Я хочу выразить благодарность Sky директору Александру, Ричарду Миссону, Тимуру, Юрию, Илье, Вячеславу Клипачу и Владиславу. Спасибо вам большое за поддержку канала. В этой части прожарки будет маленькое новшество. В конце просмотра всех ваших видео я буду делать специальную сводную таблицу, где я буду показывать, какая работа, какое место заняла среди остальных. То есть будет первое, второе, третье место тех моих фаворитов, которые мне очень сильно понравятся работы. Ну и остальные уже по меру возрастания тому, как мне они понравились. Поэтому это будет очень интересно, и как и авторам, так и мне. Поэтому давайте приступим к прожарке, начнем смотреть ваши видео с дрона. Погнали! Пу! Итак, начнем смотреть работу Александра. Что же ты там написал? Работа на прожарку, снята на Mavic Air 2. К сожалению, некоторые футажи не удалось идеально стабилизировать. Был сильный ветер. Это буквально третья съемка на дрон. На канале есть еще одно-два видео, но то были просто пробные полеты. Ну да, Air 2, конечно, ночью очень весело снимает. Особенно интересно, что ты там собирался стабилизировать. Итак, друзья, канал Александра Дрон Вояж. У тебя есть 6 видео. Также хочется зелени зимой. Сейчас все сыро, серо и уныло. Затем я вспомнил, что все зависит от точки зрения. А ночью Киев красив в любое время года. Особенно с высоты птичьего полета. Посмотрим? Конечно, посмотрим. Если честно, я тоже люблю снимать ночной город, потому что в это время я могу спрятать лишнее, не показывать ненужное и, соответственно, поиграть с лучиками, со светом, поиграть с фактурой, с фасадов. И это очень интересно. Особенно можно сделать очень интересные таймлапсы, поиграть с выдержкой. Это очень хорошее поле для творчества. Ночные съемки требуют от нас хорошее оборудование, максимальную диафрагму и приходится подружиться с шумоподавлением. Поэтому есть и свои приколы. На какую-то там малосенсорную камеру получить хорошее качество картинки будет очень сложно. Те, кто снимает на Mavic, например, Mini, они страдают по ночным съемкам, а те, кто снимает на Inspire 2 с X5S, они просто наслаждаются картинкой. Итак, друзья, приступим к прожарке видео Александра, ночного города Киева. Поехали! Нічні вени Києва. Ого! Нічого себе, як у тебе прыгає. Чесно, я так смотрю на картинку і цветокорекцію, і мені кажется, що це снято на какой-то Inspire. Вау. Как же красиво. Да, конечно, я понимаю, ты сделал стабилизацию, у тебя картинки прыгают. К сожалению, если ты снимаешь таймлапсы в ветер, то это неизбежно. После стабилизации действительно начинает все прыгать. Я сколько с этим боролся, разные методы пробовал, как и по перспективе, как и по масштабированию. Если есть ветер, судя по флагам, которые вот дергаются, все-таки был сильный ветер. И здание как будто прыгает вот так, как игрушки. Но качество картинки мне просто впечатляет. Это Air 2, друзья. Захватывающе. Это захватывающе. Круто. Да, если, конечно же, была более ровная стабилизация, или хотя бы снимал не ветер. Ну, судя по дыму с труб, который идет, все-таки ветер был такой не слабый. Но это очень красиво для Air 2. Друзья, чтобы вы понимали, такого качества можно добиться на Inspire с камеры X5S, снятая в ProRes. И
AR2 очень сильно приближенно к этому. Конечно, единственное, что AR2 это делает с помощью фотографий в RAW и цветокоррекции. А вот именно Inspire 2 X5S снимает уже видео обычное, там 30-60 кадров с таким качеством. Но все же это очень захватывает, мне нравится. Это действительно сильно. Да, ты прав, что у тебя проблемы были со стабилизацией, я понял, но все-таки, если на это закрыть глаза, и что это маленький дрон, просто чем меньше у тебя дрон, тем сложнее стабилизация происходит, потому что больше болтанка у маленького дрона, чем то же самое, например, там, Фантома, либо Мавика. Вот Мавик 2, он все-таки лучше делает стабилизацию, даже ветер. О, у тебя дома вообще прыгают, как будто их там сдавливает что-то, но все равно это... Как же красиво. Качество картинки, это мы сейчас смотрим в 4К. Я даже представляю, сколько ты использовал аккумуляторов, чтобы сделать это видео. Там же каждый пролет это один аккумулятор. У тебя этих пролетов штук 30. То есть ты 30 аккумуляторов отстрелял. Я как понимаю, ты снимал, наверное, не за один день. Но работа получилась просто невероятная. Александр Зикунов. Друзья, это реально очень круто и это очень сложно, потому что это сделано, я не знаю, это тысячу фотографий, которые склеили в одно большое видео. Наверное, ты посмотрел мое видео, где я рассказывал, как делать таймлапсы, и ты все-таки решил попробовать по моему уроку. Мы посмотрели 3 минуты, они пролетели как щелчок. То есть это очень классно, когда ты с зрителей затягиваешь свою работу и хочется смотреть еще. Мне понравилось. Да, действительно, вот бросается в глаза, что вот смотрим флаг, он так прыгает. Ну, я понимаю, что стабилизация, но есть маленький прикол. Кстати, вот у тебя первый кадр, как у тебя солнце заходит, и постепенно ты показываешь нам ночной город. А теперь смотри следующий кадр, второй. У тебя вот солнце зашло за облака, потемнело, а потом хопача, друзья, получаете, у нас снова солнце вышло. То есть, как по мне, этот кадр лишний. Но вот я бы начинал все-таки этот кадр в самом начале ролика, когда все зажигается, все постепенно уходит во тьму, все засыпает. И начинается следующая брулящая жизнь, это огоньки, это как свечки, которые вот бегают и гуляют. Ну вот по твоей работе, кроме стабилизации и первых 2-3 кадров, у меня вопросов абсолютно нет. Напиши в комментариях, сколько ты использовал аккумулятора, сколько у тебя занимало время эта работа. Просто нам всем интересно узнать, как это вот создавалось твой проект. Друзья, не забываем, что это третья работа автора этого видео. Но это очень круто, дружище, это реально сильно. Итак, Александр, ставлю тебе уровень 3 звезды. В принципе, ты делаешь классные пролеты, очень интересное видео. Но я думаю, чтобы получить тебе 4-ю звезду, давай сделай еще одну работу, где будут сложные пролеты, опасные, которые требуют действительно мастерство пилота. Сюжет я тебе ставлю 4 звезды. Это было интересно смотреть видео до конца. Мне очень понравилось, красавчик. По камере тебе ставлю 4 звезды. В принципе, сделал ты неплохо. Мне понравилось. Настройки были правильные. Выдержка, диафрагма, все было настроено хорошо. По цвету я ставлю тебе 4 звезды. Мне картинка понравилась. Качество вышло очень хорошее. Провалов в тенях у нас не было. У нас не было пересвета. Мне все понравилось. Картинка киношная, супер красавчик. По монтажу я ставлю тебе 4 звезды, мне все понравилось, качество картинки получилось киношное, сочетание кадров меня тоже впечатлило, все вышло очень круто. Вот единственное, что вопрос, что у тебя прыгали здания, я понимаю, что дело стабилизация, но в будущем не снимаю в сильный ветер дроном, особенно таким маленьким, все-таки лучше подожди, когда будет безветренная погода, потому что после стабилизации ты видишь, какой получается результат. Итак, Александр, я ставлю тебе 19 баллов за твою работу, это неплохой показатель, как для третьей работы, это очень круто, красавчик, ждем твои следующие видео, поэтому не останавливайся, и это круто, что ты прислал свою работу на прожарку, мне очень понравилось. Итак, друзья, приступаем к просмотру следующего видео. Итак, нам прислал Юрий свою работу, Mavic Air 1, музыка с App. К сожалению, мы смотрим видео со звуком, с Epidemic Sound. Канал Юрий Котов, ты снимаешь очень много всего на дроны, вижу, где только тебе не носило, и Балтийская коса, Зеленоградск, Калининград. Ё-моё, сколько ты всего переснимал, ух ты, Калининград, парусник Седов, вау. Круто, это моя мечта поснимать такие старинные средневековые корабли, но, к сожалению, у нас таких тут нету. Итак, друзья, весенний Калининград, аэросъемка Юрия Котова. Весенний Калининград. В этом видео центр Калининграда, остров Канта, рыбная деревня, музей Мирового океана, Ленинский проспект. Калининград. Ух ты, какой прикольный шар. Зима.
Это AR первый, друзья. Опа. Ух ты, как Хогвартс какой-то. Вау, конечно, круто. Такие протяжные кадры. И раз, массив и стройка. Ух ты, вдалеке такой прикольный ТЭЦ. Маяк. Как в Литве, по-моему, или где-то, если не могу ошибаться. В Литве или в Эстонии такой маячок тоже есть. Показываешь город. Шар. Зима. Опа, Dolly Zoom. А в Air первом есть разве Dolly Zoom? Или это все-таки на монтаже сделано, интересно? И дюх, такой резкий скачок. Опускаем камеру. Жалко, что по путям едет какой-то тралик. Ой, трамвай. Было бы еще интереснее. Опускаем камеру плавненько вниз. И мы смотрим, как просто транспорт едет слишком долго. Мы смотрим этот кадр. О, шар. Круто, как они вообще его сделали. О, там чуваки лазят сверху. Капец. Это руфер или это действительно мойщики стекол? Блин, стрёмная у них работа. Вау, это какой-то док, да? Кстати, тебе там полиция ничего не сделала за то, что там снимаешь дроном? Или это чисто место, где можно запускать дрон? Типа не стратегические, не какие-то военные корабли. Это, как я понимаю, у нас камера. И снято у нас камерой. Школьники. Ну, слишком долго. У тебя какой-то прям Discovery съемка и как будто из эфира новостей, что вот у нас тут карантин. У тебя пересвет справа. Я понимаю, что белое солнце. Оп. Все, да? Первое, что мне показалось странным, это то, что ты показываешь нам очень красивую магистраль, которая длится слишком, как по мне, долго. Я понимаю, если там ехал какой-то трамвай или было какое-то интересное событие, а так мы уперлись на дорогу, едет машинки, и это слишком мне показалось долго. Далее, у тебя есть очень интересная локация, это шар. Ты показал его всего лишь один раз. Все-таки хотелось бы больше увидеть этого шара. Я понимаю, что это, в принципе, сейчас, в данный момент, происходит какая-то реконструкция, либо, как я понимаю, идет стройка. Надо было больше над ним поработать, у него очень есть классное отражение, нужно было ближе подлететь и снять его как на фоне неба. Также поработать с отражениями как в сторону солнца, поработать с лучиками, поработать, чтобы отражались эти здания, которые рядом. Далее, очень интересная локация, где у нас стоят два корабля. Ты показал просто план сверху, но хотелось бы, чтобы немножко проработало, не знаю, это возможно, мне кажется, там можно было подлететь ближе, проработать какие-то детали этого корабля, дать больше кадров по этой локации. Так мы просто опустили камеру вниз, ели нос и уперлись мы в какую-то выходную его трубу, то есть ничего более. Кадры, где ты снимал с камеры, они, конечно, да, они могут быть, но мне показалось это слишком долго, как будто мы смотрим какую-то службу новостей, где идет закадровый голос, как рассказывается, что вот у нас там сейчас каникулы, школьники не знают, чем заниматься, и как по мне, это немножко странно. Дрон не только должен показывать все вот так, по таким углом, сверху вниз, там прямо может, но также есть такие способы, как снизу вверх, либо налет на уровне самого объекта. У тебя таких кадров абсолютно нету, ни единого, у тебя все сверху, все снято сверху. Ничего ты не снимал на уровне самого объекта, либо ниже подъем с камеры вверх. Сними крупным планом, как льдинки идут по воде. То есть тоже можно было подснять. Вот классная локация, где ты показываешь, как будто в Хогвартсе вот это здание. Снять, например, как сверху вот этот, который флюгер, снять бы его крупно на фоне города. Снять циферблат было бы очень интересно. Поработать какие-то красивые элементы именно по барельефу. То есть ты не проработал всю местность до конца. Все, ты переключился на следующую локацию. Вот рядом слева есть классная церковь, надо было ее проработать. Вот как только ты показал город в плане, стало все очень красиво. Мы видим даже, что там есть какой-то ТЭЦ, вот какой-то есть стадион, бы я его проработал, себе в городе нечего больше показывать. То есть проработал как льдины, как у них разломы идут. То есть вот красивые есть новостройки, я бы их еще пролетел бы, показал. И вот акцент у тебя все время на какой-то мост, на какое-то движение, оно не сильно интересно. Вон красивый красный кораблик, надо было его проработать. Вот у тебя справа даже есть какой-то красивый белый монумент, я бы его тоже проработал. Какой-то вот памятник, его крупно бы снял. Я обратил внимание, что у тебя все видео подснято под одним углом. То есть тут ты немножко вверх поднял, показал в общем плане. А так у тебя каждое видео все время снято под таким углом, вниз камеры и...
Никак ни на уровне, так и ничего нету. Ну вот это здание, оно реально действительно находка. Это с него можно было раздуть так классно проект, но ты в итоге почему-то его оставил в покое и решил снимать нам, как ходят люди, студенты, и не проработал это все действительно до конца. Юрий Котов, по твоей работе могу сказать следующее. Уровень я ставлю тебе 2 звезды. Мне кажется, что тебе еще нужно больше понятия в правильности выбора кадра, искать красивые локации и добивать ее по максимуму, выжимать конкретно вот красивую локацию до упора. В твоей работе получилось очень странно, что ты акцентировал внимание на дорогу, которая сама по себе не сильно интересная, и решил игнорировать полностью красивые достопримечательности своего города, как шар, как церковь. Сюжет ставлю тебе 2 звезды. Как по мне, ты не сильно раскрыл свою тему города, ты слишком себя ограничил. Камеру ставлю тебе 2 звезды, в принципе, мне нравятся настройки. У тебя, да, действительно, что есть подергивание, у тебя долю зум почему-то был таким рывком. Я понимаю, что у тебя Air 1 и не сильно разгуляешься, но так или иначе, плавность она на любом дроне должна присутствовать. Цвет тебе ставлю 3 звезды, в принципе, мне понравилось, что ты снимаешь на Air 1 с постоянной диафрагмой, что ты пользуешь ND-фильтры, у тебя все кадры между собой совпадали, у тебя не прыгал баланс белого, поэтому по цвету я ставлю тебе 3 звезды, в принципе, мне понравилось. По монтажу я тебе ставлю 2 звезды, потому что я не видел таких сложного какого-то монтажа. Итого я тебе ставлю 10 баллов, на самом деле это неплохо, поэтому двигайся дальше, учти мои замечания и старайся все-таки на одной красивой локации бить больше планов, а не снимать все под одним углом. Следующая работа, которую она прислала, это Вячеслав Клипач. Привет, Смакодрон, Mavic 2 Pro плюс BMP CCC 6K, даже не знаю, что такое. По скрипту, спасибо тебе, я стал снимать увереннее и качественнее. Постоянно пересматриваю твои видео, чтобы научиться больше и больше. Спасибо тебе большое, думал, что мы видео вообще никто не смотрит. Итак, работа Вячеслава Клипача, дамба Глебичка. Качество картинки мне нравится. Наверное, на 6500 снимал или на А7 III. Это видео про дамбу. А, у тебя рекламное видео, я понял. Про дамбу. Блин, сколько ей уже лет, я вообще не представляю. Но мне нравится качество картинки. Хорошее. Завораживаешься, конечно, видео. А ты вскоре видишь, что там чувак начал бежать? Или это охранник уже тебя пошел доставать? А, ты обратно сделал видео. Кстати, сверху как будто вагончик взяли от поезда и поставили. Это рекламное видео, как я понимаю. Но как для рекламы неплохо. Кстати, вон в конце дорога кончилась и пошла в никуда, кстати. И все, да? Кстати, ну, это видео информативное, понятное, ну, неплохо снято. Еще плюс камера с сочетанием с дроном. Крупный план, средний план, общий план. Под описание снизу. Логотип, фазы конкретно подъема дамбы. Вот классно, есть пролет, который идет в правую сторону, с выворотом, как в кино. Потом ты вставляешь следующий кадр, который идет влево. То есть правильно сочетать, когда у тебя одна проводка идет в правую сторону, то следующий кадр должен идти то же самое в ту же сторону. А у тебя получается, сначала пошло предыдущий кадр все в правую сторону, потом ты их сунул влево. Это немножко бьет по глазам. Но вообще, вот, в принципе, ролик мне понравился, информативный, все понятно, без каких-то жестких подергиваний. В твоей работе я кое-что обратил внимание, ты одну вещь все-таки умудрился забыть. Ты не снял ни одного кадра на уровне самой дамбы, как именно вот ты летишь вдоль воды и наезжаешь на дамбу. Уровень я ставлю тебе 3 звезды, в принципе, более-менее нормально, у тебя неплохие пролеты, сложные такие вывороты камеры, то есть, ну, в принципе, более-менее ничего лишнего не делал, подергивания не было, поэтому, в принципе, ты достоин 3 звезд. Сюжет ставлю тебе тоже 3 звезды, я понимаю, что это репортажная съемка для телевидения, там вставка какую-то телепередачу, в принципе, она более-менее информативная, этого достаточно, чтобы показать именно эту местность и что здесь вообще происходит. Камера ставлю тебе 3 звезды, в принципе, более-менее у тебя хорошие проводки, ровные, спокойные, такие кинематографические, у тебя нет каких-то резких движений, дерганий. Цвет ставлю тебе тоже 3 звезды, в принципе, мне более-менее это все устраивает, очень хорошо, у тебя кадры между собой похожи, не прыгает баланс белого, ты здесь снимаешься на ручных настройках, это есть очень хорошо и, в принципе, достойно внимания, молодец. Монтаж более-менее мне нравится, в принципе, да, местами была нелогичная цепочка смешивания двух кадров, когда одно направление идет в правую сторону, потом резко идет в левую сторону, а так у тебя есть общий средне-дальние планы, ты все чередовала, мне понравилось, и поэтому я тебе ставлю за твою работу 15 баллов. Спасибо тебе больше за твою работу и двигаемся дальше.
Так, друзья, смотрим следующее видео от Sky Director, видео для прожарки. Привет, скидываю ссылочку на свою работу для прожарки, видео снято на Mavic Air 2, музыка с Epidemic Sound. Ура, друзья, живем, гуляем, смотрим на максимальные звуки наше видео. Я не профессионал, дроном управляю 10 месяцев, не судите строго, но уже годик налетал. Хотелось бы услышать, какие есть ошибки, закидываю небольшой донат от Sky Director. На моем канале нет еще много работ, буду стараться его развивать. Заранее благодарю, тебе спасибо за очень полезное и познавательное видео, Sky Director Олег Степкин. Спасибо тебе большое, Олег Степкин, стараемся, работаем и движемся дальше. Итак, мы зашли на канал Sky Director, у тебя есть 4 работы, ты месяц назад одну уже залил. Давай посмотрим то, что ты нам прислал. Это церковь иконы Божьей Матери. Если не ошибаюсь, то скорее всего Эстония, да, Таллин, это же в Эстонии, ребята, не ошибаюсь, или это Латвия, или Литва, я путаюсь. Давай посмотрим, что ты нам прислал. Ура, музычка! Решил снимать на Air 2 ночной съемки. Ну, почему бы нет, кстати, неплохо вроде по качеству мне устраивает. Я автор шумодав уже осилил, в принципе, шумов нету, все-таки, наверное, долго колдовал, да? Напиши в комментариях, чем ты шумодавил, DaVinci, нет видео, либо ты все-таки денойзером шумодавил. В принципе, видео чистое, действительно. Вот такая проводка. Только, блин, что-то меня сбивают эти горящие эти гирлянды на окнах. Как только ты их закрыл, сразу внимание на него. Такие протяжные кадры, задумчивые. О, где-то я уже эту фишку видел. Напиши в комментариях, это ты после просмотра видео топ 11 провода камеры, ты начал уже все-таки использовать классный и сильный инструмент Великан, когда мы поднимаем камеру дрона вверх, и летим постепенно вверх дроном. Потому что мы показываем величество нашего объекта, оно реально круто и по симметрии. Вот действительно, вот круто, чего не хватает очень многим дронщикам, они забывают этот инструмент и любят снимать все под одним углом и показывать весь срач, который вокруг этих объектов находится, нежели просто чем опустить дрон, поднять камеру вверх и показать красиво на фоне неба этот объект. Но у тебя все плавненько, я вижу, да, он шумодав там, конечно, кипел по полной. Но, судя по всему, это не нить видео бы все-таки эти шумы почистил, это либо денойзером ты, либо DaVinci. Я могу ошибаться, но я больше чем уверен, что все-таки ты в них шумился. А, еще снег видно, как идет из фонарей. Колокольня, входная группа. Да, конечно, суровые у тебя съемки были, судя по тому, какой там ветер. Ух ты, как будто мы сейчас в Звездных войнах, десятая космическая скорость у нас идет такая. Прикольно, если честно. Такая симметрия получилась. Мне нравится, неплохо. Такие задумчивые пролеты. Ну, Air 2, кстати, ребята, тянет, но, конечно, шумодав-то, наверное, потерпал по полной. Постепенно поднимаем камеру вверх. Показываем крест. О, теперь мы отрабатываем уже крупным планом крест. Наконец-то кто-то уже из моих подписчиков, из того, что я смотрел в прожарках, все-таки прислушается то, что я говорю, и прорабатывает объекты не только в одном плане, но и крупный, средний, дальний и общий. Круто, конечно, мне нравится. И проводки ровные, не дерганные. Sky Director. Прикольный, кстати, ник. Прикольное название канала Sky Director. Классная такая космическая работа, как будто маленький фильм посмотрел. Если бы еще закадровый голос. И, кстати, я обратил внимание, что когда не было снега, картинка была чище. Вот мы видим, что все такое, оно более контрастное. Потом, когда пошел снег под конец, все стало такое сразу желтое. И, конечно, снег, конечно, добавляет картинке антуражность, но и забирает. В данном случае шумодав, снег, который шел, начал превращать в какое-то месиво. Все-таки маленький сенсор не проработал деталей. А шумодав взял все и позаливал заливкой кадры. Но сам факт получилось прикольно, душевно, мне понравилось. Наконец-то автор проработал все принципы плановости, то есть он сделал и средний план, и крупный план сделал, и детальный план сделал, и пролеты ровные у нас.
Все снято на Air 2, который не славится хорошим качеством картинки в ночное время, но так или иначе автор все-таки смог с одного объекта сделать такую маленькую историю этого здания и используя мои, как я понимаю, наработки по принципу съемки, как вот этот, например, снизу вверх. Вот этот кадр просто киношный, лайк. Друзья, лайк за такую реально работу на Air 2. Вот, конечно, да, когда вот пошел снег, я понимаю, что хотел добавить какой-то сказочности, но вот видишь, снег и шумодав с маленьким сенсором все-таки сделал бяк, и у нас получилось все такое, как будто ватное, мягкое такое и размытое. Ну, на то он и снег. А в принципе, работа хорошая, мне понравилась. Даже вот придраться не знаю к чему. Человек отработал все каноны, отработал все планы, которые все время всем постоянно пытаюсь объяснить. Хороший шрифт вначале сделал, такой аккуратненький, в темное место, чтобы выделялось. То есть, ну, но если ты еще кинул бы за кадровый голос или снизу дал немножко там подписи, какой год был сделано, кем это было сделано, какие там священные иконы стоят, проработал бы немножко больше деталей с маленькой колокольней, мне кажется, это был бы полный ролик и, в принципе, достойный внимания и передачи ее на телевидении. Ну что тебе хочу сказать, Sky Director, по твоей работе? Работа, конечно, вышла, ну так себе, ну фигня полная. Да я гоню, работа вышла офигительная, ты красавчик. Я тебе ставлю уровень 4 звезды, ты все-таки тот человек, который прислушался ко всем моим претензиям, замечаниям, которые были во всех прожарках. И ты взял, сделал нормальную, классную работу, при том, что снял не самое лучшее время, снял не самым крутым дроном. Ты сделал шумоподавление, сделал цветокоррекцию минимальную. У тебя все те фишки, все те проводки, которые я все рассказывал на своих роликах. И, как видим, их получили хороший результат. Если ты еще сделал бы, конечно, закадровый голос, было бы просто мега-бомба. Но все равно ты красавчик, и, блин, аж радуюсь за того, что люди все-таки прислушаются и делают уже нормальные вещи. По сюжету я тебе ставлю 3 звезды, было бы 4, если все-таки бы закадровый был, или бы немножко ты добавил каких-то исторических интересных данных, но вообще, красавчик, вот вопросов просто нету. Камеру тебе ставлю 4 звезды, красавчик, действительно были хорошие такие проводки, уверенные, тонкие, равномерные, без дергивания, все было четко. По свету я тебе ставлю 3 звезды, красавчик, в принципе, более-менее неплохо, все смачено, ни таких резких перепадов, все с яркого в темный. По монтажу я тебе ставлю 3 звезды, в принципе, ты красавчик, ты зашумотавил, ты не сделал так, что, ай, пофиг, пусть так будет, пусть шумы, люди все равно не видят на телефоне, ничего не заметно, но так или иначе, ты все-таки сделал чистую картинку, чтобы она была приятно смотреть, чтобы она все не раздражала, чтобы не бегали у нас жуки по экрану. Поэтому у тебя за это большой респект, красавчик, и двигайся дальше. Если в данный момент смотрит это видео Вячеслав Клипач, посмотри, как сделал автор эту работу. И это то, чего я требовал от тебя, чтобы ты взял какую-то одну локацию, доработал вот такими плановостями и перешел на следующую, а не показывал, как у нас полролика мост и движется по нему транспорт. Спасибо тебе большое, Sky Director, за поддержку канала. Очень классная работа, продуманная. И я думаю, что следующее видео твое будет еще круче. Так, друзья, следующую работу мы смотрим Александра. Уже присылал это видео на почту и в предыдущем донате с другой ссылкой. Видео перезаливал, надо было кое-что подправить. Ну, так всегда. Присылаю снова, благодарю заранее. Окей, дружище, давай посмотрим, что ты нам такое прислал и что же требовало твоих доработок. Итак, это канал Александр Шустров. Ух ты! Ничего себе, какие у тебя видосы. Вау, где такая шпага. Блин, крутые ролики, наверное, у тебя. Взлетная площадка для дрона. Ну, я с рук запускаю, в принципе. Воу-воу-воу, чуть не фиганулся. Ничего себе, ну ты гонишь. Газпром-арена, ого. Круто. Прыжок Супермена при помощи дрона. А, я даже видел твой ролик, а как-нибудь я переходил даже на него. Итак, давай посмотрим то видео, которое ты прислал нам на прожарку. Крестовский остров, зимой, Mavic Mini. Ух ты, еще на дрыща снимаешь. У нас в Санкт-Петербурге есть довольно излюбленное место, Крестовский остров. Зимой аттракционы не работают, и это отличное время для безопасной съемки с дрона. Согласен, хотя, когда движ, тоже прикольно. С высоты открываются отличные виды, которыми я решил поделиться с вами. Это первое мое крупное видео, на съемке которого ушел не один день съемок и мыслительной деятельности. Снято на DJI Mavic Mini, музыка Epidemic Sound, смонтировано в Final Cut Pro. Итак, давай посмотрим, что ты нам прислал за Крестовский остров зимой Mavic Mini. Ух ты, прям как кино начинается с такого выворота. И мы смотрим, какой красивый у нас. А дальше куда-то камеру поднял. Ну, то есть ты дернул камеру вверх, как будто там, не знаю, сейчас будет дрифт, а тут пс, ничего нету. А, чувачок быстренько бежит.
О, камера вверх, ура, аллилуйя, люди стали поднимать камеру вверх, наконец-то. О, имитация. Чё, прикольная идея, кстати, имитация этого аттракциона. Ну, прикольный, кстати, аттракцион, и такие колеса красивые. Ой, колеса, говорю, вагончики прикольные, красивые, современные, круто. Да, еще время классное выбрал, кстати, когда вот закат. Конечно, люди рвачно бегают там, когда ты ускоряешь. Но благо то, что их мало. Хороший, конечно, кадр, как ты играешь с лучиками, показываешь в плане. В принципе, все как надо. Ух ты, прикольно! Там, получается, американские горки заходят под землю и оттуда вылетают. Я такого вообще никогда не видел. Снежок падает. Прикольно. Вот видишь, когда вот поднимаешь, показываешь именно снизу вверх высокие объекты, они очень красиво выглядят. Честно, немножко странновато. Я не знаю, ты хотел представить себя птицей? Вот, засвет линзы. Кропаем картинку. Мне кажется, это лишнее было. А вот это, в принципе, прикольно. Мы имитируем, как будто она летит. Теперь ты показываешь в общем плане город. Ну, правильно, в принципе, вот это неплохо, неплохо. Теперь более крупный план, средний план. Блин, здесь лето, наверное, так красиво, вообще невероятно. С такими видосиками, класс. Но сначала не Владивосток, где такие мосты стоят, что они очень похожи. Показываем причал. Ну, слушайте, красивые места у вас в России. Ты решил снять, как будто там сейчас машина дрифтует. Воу-воу-воу, офигеть! На закате. Вот время ты выбрал, конечно, хорошее. Но я обратил внимание, что у тебя все видео, оно ускоренное. Не знаю, это твоя фишка? Ха! Наверное, в туалет не захотелось, побежала. Ну, бывает такое. Теперь они вместе побежали. Ну, мне кажется, что этот кадр, который на фоне красивого розового неба, было бы лучше, чем ты когда показываешь в основном деревья в кадре. Ух ты, арена. Круто, слушай, мне нравится. Неплохо. Но есть ряд замечаний, которые бы все-таки хотелось бы с тобой обсудить. Итак, Александр, я твой ролик бы начал следующим образом. Я все-таки показал бы общий план города и, например, даже вот на этих двух мостах я бы за них пролетел бы и задал бы настроение, что вот мы находимся в Санкт-Петербурге, что вот у нас такая-то есть локация, показал бы город в общем плане, а потом уже постепенно через парк бы вышел, поднимая камеры вверх на аттракционы, потому что, в принципе, у нас идет видео про Крестовский остров, ну и про аттракционы, которые, в принципе, неплохие и сами по себе крутые. Потом же начал дорабатывать бы уже крупные среднедальние планы, которые у тебя дальше в видео есть. В этот кадр, мне кажется, он немножко странноватый. Понимаю, ты летел вдоль аллеи, постепенно поднимал бы дрон и вышел бы на этот парк аттракционов, но в итоге ты показал, что у вас чистят дороги. Касается, что ты используешь фишку, когда поднимаешь камеру вверх, а при этом дрон находится снизу, показываешь именно величество каких-то объектов. Это есть очень круто, это так называемый великан. Ты поднимаешь, он такой, ай, короче, я опущу камеру вниз. Ты опустил камеру вниз, но либо ты отрезал бы кусок, как камера опускается вниз, либо ты продолжал это движение и постепенно бы поднимался за деревья и показывал уже постепенно наш парк аттракционов. А в итоге ты просто... И, конечно, твое ускорение с маленьким весом дрона, оно не всегда вот не сильно хорошо выглядит, потому что маленького дрона парусность высокая, и когда ты пытаешься сделать еще ускорение, если еще был ветер, это Вот это реально классный кадр, где ты работаешь с солнышком, ты показываешь немножко общего плана города, ты играешь, как они переливаются через конструкции, ты показываешь в плане, это было хорошее сочетание кадров, а вот именно предыдущий, там, где ты его так снял, не сильно удачный кадр, если честно. Прикольно было бы, если ты все-таки опустился вниз и поднял бы камеру вверх и показал бы, как будто в небе эта карусель, она порхает, она воздушная, как какие-то космические кораблики летают. Мне кажется, это было бы реально круто. Ну, этот кадр, конечно, классный. А ты мог немножко чуть выше подняться и показать в полном размере, а не так немножко там, вот, там съел. То есть я бы все-таки уже более в плане сделал, и в плане именно строго вниз камеры, и мне кажется, это было бы неплохо. Этот кадр, мне кажется, немножко он странный, тем более ты потом взял и резко остановился, и тут нечего рассматривать. Колесо, оно красивое не сверху, оно красивое сбоку, запомни это.
Вот как только ты показал колесо снизу на фоне неба, оно заиграло и выглядит как будто целостная конструкция, и очень хочется прям покататься на ней. В данный момент мне показалось, что ты сейчас играешь Need for Speed Underground, нажимаешь закись азота, у тебя начинает все размываться, ты как будто сейчас там взлетишь и получаешь там первую космическую скорость. Мне кажется, это немножко доли зум странно, потому, при том, что доли зум резко в какой-то момент бросается и как будто подстрачник получила сзади за экраном. Поэтому это немножко странно, я понимаю, что хотел так обыграть, представить себе, может, птицы, которые там ускоряются. Ну, немножко странновато, если честно, получилось. Ты начал играться с масштабированием, но... Ну, странно, если честно. Мы не играем в Need for Speed, мы все-таки летаем на дронах, а не на FPV. Тоже может быть прикольно, что ты сделал засвет по линзе. Может быть, потом ты переключаешься с помощью зума на этот объект, потом с резким броском оно видно, это не сшиваемые два каких-то вот кадра. А знаешь, чтобы было бы очень прикольно, чтобы ты выровнялся дроном на уровне этой ракеты, но делал такое маленькое паранормирование, и чтобы эта ракета зашла сама в кадр. То есть ты, например, снимаешь колесо, потом делаешь паранормирование, переводишь камеру, и постепенно появляется, как будто ракета залетает в твой кадр. Было бы прикольно. И вот, классные кадры. Я понимаю, что ты, может, случайно это увидел, ты не рассчитывал, что вообще будешь куда-то ехать, но я все-таки попытался бы как-то их догнать и сделать такие актив трек съемки, чтобы их как бы разбавить экшеном немножко свой ролик, за ними погоняться. Я понимаю, что, может, у тебя не было возможности их догнать, либо они просто быстро мчались, но все-таки я бы с ними поработал, они же в любом случае либо возвращались, либо я подождал бы следующий день и все-таки за ними погонялся и сделал бы более полный ролик. Но сам факт, что ты их снял, это очень прикольно и, конечно, на выглядит очень классно. И все-таки я бы еще бы сделал один маленький промежуточный кадр, что я бы очень близко подлетел бы к этому мосту и через ванты бы пропускал бы солнце, чтобы оно заиграло и засвечивало бы камеру и сенсор, было бы очень прикольно и игра красок. Потом ты решил вставить полностью ночь, но ночь я бы, наверное, бы на твоем месте бы абсолютно бы не вставлял. Не то, что здесь не сильно красиво, но мне кажется, здесь ни о чем. Здесь люди ходят в туалет, собираются в кучи и начинают к нему бежать. А так вообще красавчик, было интересно посмотреть. И то, что ты используешь тоже мои фишки, это уже круто и оно сразу видно. Лайк, красавчик. Итак, Александр Шустров, по твоей работе хочу сказать следующее, что уровень ставлю тебе 2 звезды, в принципе, да, Mavic Mini особо не разваляется, но даже на него можно снимать крутые вещи, у тебя, в принципе, это получилось, но хотелось бы, чтобы было больше плавности, не было лишних вот этих подергиваний, ну, ускорение тебе, конечно, немножко подпортило твою картину. Камера тебе ставлю тоже 2 звезды, ты почему-то в какие-то моменты просто бросаешь ее, не знаю, чем это связано, либо ты при монтаже это не замечаешь, но, так или иначе, это я обратил внимание, что ты ведешь, начинаешь бросать, а ускорение вообще просто тебя взяло и подставило тем, что у тебя все твои вот эти микро движения еще и усилились. Цвет ставлю тебе 2 звезды. В принципе, да, Mavic Mini особо там не покрасишь, но так или иначе, это неплохо. В принципе, цвет мне нравится, что он совпадал. Ты снимал в хорошее, классное время, это закат. Монтаж я тебе ставлю 2 звезды, потому что не надо было это ускорять, не надо было тебе делать зум-ины, не совмещаться, несовместимое, делать Need for Speed Underground в своих роликах. Я понимаю, что хотел просто немножко разбавить его, но оно получилось немножко странновато. Эти все-таки добиваться лучше с помощью FPV дрона. Итого я тебе ставлю 10 баллов. Спасибо тебе большое за поддержку канала и двигаемся дальше. Итак, следующая работа, которую нам прислал на прожарку, это Ричард Миссон. Здравствуйте, мое первое и пока единственное видео на канале. Летаю всего с января, то есть ты летаешь буквально 4 месяца. Снятом DJI Mini 2, музыка с библиотеки YouTube Studio. Спасибо, линк. Окей, дружище, давай посмотрим, Ричард Миссон, что ты нам прислал за работу. Beautiful Estonia, все-таки это Estonia Winter Wonderland. DJI Mini 2. Как по мне, эта плашка, но очень такая массивная, как будто мы сейчас делаем рекламу каких-то там железных турников или там какого-то грузовика. То есть он так прямо раз, как знаете, печать поставили, такой гиблейс. Все-таки хотелось бы более все лаконично, и мне кажется, что прямоугольник можно было бы убрать, и Beautiful Estonia чуть-чуть уменьшить, и Winter Wonderland тоже немножко уменьшить, потому что ну, это для тех, кто хочет смотреть твое видео на расстоянии 10 метров. Поэтому тоже это надо учитывать. Итак, поехали смотреть Beautiful Estonia. Блин, так хочу в Эстонию поехать поснимать. Показываешь лес. О, наконец-то кто-то додумался уже наконец-то начинать видео про лес, показывая лес. Опа, у тебя какой-то черный пропуск был. Ты видел? Смотри. Смотрим, такой раз, черный. А это прикольный кадр. Сверху отрабатываем, сбоку прорабатываем, проводочки. Конечно, мне кажется, что ты их снимаешь в то время, когда солнце зашло, это не сильно удачно, потому что, ну, такое себе. Потом у тебя оно все куда-то в туманчике. Странный ты выбрал, конечно, ракурс максимально. Вот пролет, конечно, был прикольный,
ускоренный, но ты решил это еще дублировать, зачем? Ну что за картинка такая размытая, не могу понять. Что такое? Странные были эти предыдущие кадры, а вот как только появилась вода, сразу все заиграло, и мне кажется, что так оно интереснее для зрителя, и видно даже это дно, или это такая вода грязная? Это дно, ого, такая прозрачная вода. Села, сразу говорю, если показываешь села, это крест на ролике. Они очень стрёмно выглядят, если они какие-то элитные, красивые, там, в Черногории, например. Пытайся их все-таки минимизировать, и у тебя вот эти черные блики немножко странноватые. Темновато, конечно. Вот ты показываешь какую-то усадьбу, как я понимаю, но ты показываешь ее слишком далеко, а потом ты перешел почему-то с села, усадьбы на снова дорогу. То есть у нас Beautiful Estonia не то, что у нас хорошие дороги и лес. Потом мы тыкаем постоянно один тот же самый кадр, который разрывы 100 раз сделал. А зачем ты так сделал? Это очень странно, не делай такое больше. Это же не боевик, где нужно там показывать разные камеры. Потом ты опять проводишь вдоль крон деревьев, тоже неплохо. И этот кадр примерно мы уже в таком ракурсе видели, это тоже лишнее. Дернул камерой, показываешь у нас какой красивый переход. И этот кадр был непонятно зачем ты его вставил. Теперь ты показываешь берег в плане, может быть, только немножко ракурс, мне кажется, надо было более горизонтально сделать. И это похоже, наверное, на конец истории твоего ролика. Что очень похоже, что у нас начиналось с этого кадра и заканчивалось. Но я подозреваю, что ты просто сделал реверс первого кадра. Очень странная работа, Ричард. Очень странная работа, потому что нелогично абсолютно все. Вот кадр, где ты снял, когда было солнце такое вот розоватое. Конечно, было бы круто, чтобы ты снял весь ролик в такой фазе солнца. Оно действительно очень хорошо выглядит. У нас есть игра теней. Ну, это, конечно, табличка, как будто штамп годен. Немножко, да, странная. Я бы все-таки акцентировал твое внимание ролика именно на этой локации. Потому что, во-первых, у нас есть вода, мы можем здесь разгуляться. У нас есть камни, которые торчат из воды. Ты мог спокойненько взять, подлететь к этим камням, поработать с отражениями. Они везде разбросаны, сделать крупный, средний, дальний план. Почему-то тут ни одного нету кадра как общего плана, чтобы мы видели конец там горизонта. У тебя немножко оно подрезано. Мы уже бы забили там 4-5 кадров этих перебивочных с камнями, с водой, с отражениями. Может там что-то под водой видно было, просматривался какая-то текстура, либо там красивые элементы, там, не знаю, якорь, может там какой-то лежал бы, ты нашел бы, его отснял. Село было бессмысленно показывать. Я понимаю, что ты хотел показать реку, но село все-таки немножко убрать в сторону и акцентировать внимание на реке. Но река у нас, она замерзшая полностью. Тебе надо либо было очень в большом плане показать ее, чтобы мы понимали, о чем идет речь, либо все-таки максимально близко подлететь и посмотреть, как у нас там водичка протекает, как у нас эти льдинки плывут, над ними поработать. Мне кажется, было бы намного веселее, а село бы я все это рубил, полностью это все село бы рубил. Вот, которое ты здание показывал, я не знаю, неужели у тебя Beautiful Estonia заключается только в реке, в лес и это здание? То есть у тебя больше ничего другого в Эстонии нет. Читая Beautiful Estonia, мне кажется, как будто сейчас будет такая, как Орел и Решка, сборное видео, где будет показываться достопримечательность этой страны, и мы будем смотреть разные локации, а у тебя получается 90% лес, 10% у тебя показывается село. И там пару кадров только воды, с которой можно поработать. Плюс ты мог поработать с этим водопадом, ты мог ближе был подлететь, показать, что вот у нас такой водопад, как льдинки падают именно с этого водопада. Надо было крупно это все проработать, ты показываешь у нас, нам какой-то такой парк, который сам по себе, ну, не сильно это интересно, и там тибуль кладбище вроде на фоне. Этот кадр тоже, он сильно такой мрачный, как будто мы сейчас будем показывать фильм ужасов. Дорогу, я не знаю, зачем ты вообще показываешь, дорога, мне кажется, она лишняя. Да, очень красиво, конечно, такие параллели. Тебе нужно было встать в центре этой дороги между двумя этими полосами и снять, как она уходит в перспективу, то можно было обыграть. А ты почему-то сделал так по диагонали, оно тоже смотрится, но ты это вставляешь постоянно почти чуть не в каждом кадре. То есть у нас дорога, потом 5 дорога, потом 5 дорога. Вот этот перебивочный кадр вообще полный винегрет. Как будто взяли кадры, пошинковали и просто потыкали через секунду их. Это немножко странновато смотрится, если честно. Этот кадр мне кажется абсолютно лишним. У нас уже был похожий кадр. Как ты летишь на фоне крона деревьев, это прикольно, но мне кажется, надо было начинать фазу, когда полностью заполнилась вся бы композиция именно лесом, потому что вначале ты показываешь вот слева дырка такая пустая, мне кажется, она лишняя.
Вот классно, изюминка этой местности, это было показать все-таки вот воду, как вот там снизу лежит у нас лед, как он бьется друг об друга, камни лежат. Все-таки я бы не называл Beautiful Estonia, а назвал бы конкретное видео этой местности и рассказал бы там Winter, там, не знаю, там, как это место называется, это было более бы справедливо. А этот кадр, где показываешь мост стеклянный, а дальше ты показываешь пустое белое полотно, мне кажется, это немножко странновато. А вот в плане, как ты показываешь, эти красивые камни снизу лежат, надо было более круто. Тем более, смотри, вон снизу сидят лебеди или гуси, я не знаю, что такое. Тебе надо было их проработать, к ним подлететь, немножко их побесить, как они там убегают, как они там, ну, короче, у тебя все оно высоко, и все у тебя одно и то же самое. То есть немножко тут печаль и беда. В принципе, я тебе уже сказал, что тебе нужно обратить внимание. Уровень ставлю тебе 1 звезду, сюжет тебе ставлю 1 звезду, камеру ставлю тебе 1 звезду, потому что камера есть местами, где подергивается. Цвет ставлю тебе 2 звезды, в принципе, у тебя хорошо были смачные между собой кадры, у тебя не было пересветов белого, у тебя был снег как снег, а не какое-то белое полностью полотно. С монтажем тоже есть вопросы, потому что ты начинал делать какие-то шинкования кадров, у тебя все очень все странно. Просто тебе надо было все-таки акцентировать внимание не на то, что там машина ездит по трассе, а все-таки акцентировать внимание на воде, которая действительно красивая была. Я видел, там есть лебеди, надо было поработать тебе с водопадом, поработать с речкой, не показывать бы село. Я думаю, что тебе было бы это очень круто, и все-таки ни одного у тебя не было такого плана, где у тебя вода показывалась в общем плане с горизонтом. То есть это было бы очень красиво. И тебе все-таки я бы рекомендовал бы снимать, когда есть фаза солнца, либо рассвет, либо закат, потому что, ну, ты обратил внимание, что первый кадр был действительно крутой, а там, где солнца уже не было, оно было немножко все странное, и когда нет солнца, то меньше инструментов для творчества, потому что солнце можно поиграть, его можно переливать, его можно прятать, его можно там через что-то пропускать, а у тебя, получается, солнца не было, и оно все странное. Вот первый кадр получился действительно крутой, многообещающий, потому что такая игра красок была. Ставлю тебе общих 7 баллов, это немало, но прислушайся и исправь то, что тебе сказал. Следующее видео, которое мы будем смотреть, это Тимур. Благодарю за полезные уроки и разборы, твой контент ураган одной сплошной пользы. Ну, как тебе сказать, людям больше нравится, как другие едят смотреть и как какие-то пранкуют. А то есть люди, которые хотят обучаться или творить какие-то классные проекты, им это не хочется, к сожалению, это никто не ценит. Оцени мою работу, снималась на DJI Mini 2. Почему все перешли на миники, не могу понять. Может, я чего-то не знаю, но как по мне, миники, может, для тех, кто начинает, круто, но не знаю. Мне, конечно, миника было бы мало, особенно его сенсора. Итак, канал Тимур Пасшукин. Ты снимаешь, как я вижу, все про Крым, часть 2, парк Монтедор, что творится на дорогах Ялты. Блин, даже интересно, я там уже не был, уже, наверное, лет 7 или 8 в Крыму. Что же там происходит? Ну да ладно, посмотрим твою работу, которую ты нам прислал на прожарку. Зима в Крыму, снег в Ялте. Аэросъемка, знак восклицания. Зима в Ялте со снегом – это краткосрочное чудо, которое иной раз не дождаться. Но, в принципе, да, Ялте же тепло, и там на юге, наверное, вряд ли, что там часто бывает снег. В этом году снег хоть и не максимально, но все же был. А мне повезло, я еще застал снег с солнцем. Ну, это, конечно, красавчик. Как выглядят наши снежные горы, смотрите в моем видео. Как вы видите, воды и снега у нас прибавилось, а это значит, что мы можем рассчитывать на пополнение водных запасов, чтобы благоприятно прошел летний сезон с водой. Да, наслышан, печально, но так и есть. Блин, качество такое интересное. Как будто неплохое качество, если честно. О, лошади стоят. Красивые горы. Там ветром не сдувало случайно Мавик? Ух ты, озеро такое. Красиво. Ах, пересветы. Эндехи не хватает. Не хватает эндехи. Но здесь, мне кажется, что еще и фокус пропал. Фокус. О. А что темно? Ого. Такие протяжные кадры. Красивые горы. Ух ты, сверху тучка застряла справа в углу. Кони пасутся. Красиво. Надеюсь, это думается снять их крупным планом, средним планом. Давай, догоняй. Ай, и показываешь нам красивый куст. Потом ты решил, нет, куст некрасивый, давай добьем коней.
Высоковато, конечно, высоковато. Прикольно было бы, если ты стал на месте бы, завис бы на месте, и кони, когда бы шли, было бы намного лучше, чем ты, когда летаешь, постоянно двигаешься. И вот на фоне города, хотелось бы немножко больше города показать. Ты его подрезал. Так, ты показываешь, как тут красивый у нас поле было. Показываем лес и показываем горы. Может быть, но фаза первая была немножко странноватая, лишняя. И мы уже, в принципе, такой кадр уже примерно видели. Он, мне кажется, лишний. Дерево. Не надо его показывать. Не надо его показывать. Все, все. Следующий кадр. Тоже ты порезал горы и показываешь нам половину кадра белого снега с деревом. Не надо. Дальше. И опа! Когда делаешь такие выпады, ты должен делать этот выпад на конкретное что-то. Либо выпад на общий план города, либо на горы, а так ты просто в пустое пространство сделал. Тоже думай об этом. Это неплохой кадр, мне нравится. Красивые такие заснеженные снизу деревья, и ты чему-то так плаваешь. Может, ветер тебе сдувал. А этот кадр хороший. Передний план играет с задним планом, дальним. Красиво. Это хороший прилетик. Красиво. Еще прикольно, когда ты летишь прям очень близко возле деревьев, на фоне, когда еще другие горы, эстакады горы идут. Очень прикольно тоже такая тактика. Этот кадр вообще стоковый, заливай на фотобанке. А панорамирование немножко, мне кажется, лишнее вот это. Ну, мы, в принципе, же не делаем метки, где что находится рядом. Это уже немножко устарела тема, сейчас люди стараются уже не использовать данную тактику. Это вулкан, походу, был дырка. Прикольно, прикольно, но есть ряд замечаний, которые все-таки бы я хотел у тебя спросить. Ролик начинается очень странно, начинается у тебя с видом на поле, с конями и горой. Я бы, наверное, начал бы ролик с какого-то такого нейтрального бы кадра, например, бы вот с такого пролета на ниже высоте, где снизу бы подо мной прям чуть не чесались волосы, пузика дрону возле деревьев и вышел бы на горы. Мне кажется, это было бы очень эпично, тем более он там справа у тебя вообще есть видео, где у тебя заснеженный лес. Это было бы намного интересней. Сделал бы ролик короче на минуту, на полторы минуты, потому что у тебя здесь слишком много дубликатов. И он там вообще в плане очень прикольно, есть лес с белыми деревьями в ущелье и в виде сердечка, в котором в центре какие-то там другие деревья торчат. Очень прикольно, кстати, тут, не знаю, туда фиг, наверное, попадешь, но прикольно было бы там подснять. Вот это классный кадр, я бы даже, может, с него бы начал, но ты почему-то зима в Крыму, снег в Ялте, и мы Ялту не увидели. Это кадр стоковый, если ты видишь, что есть классный кадр, тяни его дольше, и пусть люди наслаждаются именно этим длительностью кадра с красивым пейзажем, чем ты красивые пейзажи отрезаешь и вставляешь всякую фигню, которую ты тянешь целый час. То есть, ну, тоже немножко неравномерно, непонятно. Вот смотри, есть озеро. Ты же мог подойти к этому озеру, залететь внутрь озера, на уровне воды зависнуть, поднять камеру вверх, поиграть с отражением и заснеженными деревьями и солнцем. Я думаю, ты там бы еще обыграл очень круто это, эту местность. У тебя, сколько, 3 или 4 дубликата. То есть ты подлетел, потом ты следующий кадр показываешь, ты в него засматриваешь. И ни одного кадра не было, как ты его показал в плане. То есть надо было высоко подняться, показать, как будто какой-то глаз торчит или какая-то черная дыра. Можно было с этим поиграть. Вот смотри, у тебя есть красивый кадр с городом. Я бы на уровне земли летел бы на коней, через коней бы, через их задницу или голову пролетел бы, через верх на маленькой высоте метр, и вышел бы на гору, такой фух, киношный бы кадр, если ты еще используешь ND-фильтр, ты используешь ND-фильтр, был офигеннейший motion blur, и была бы картинка просто во-во-во-во-во. И ты почему-то город не захотел показывать, ты решил показывать горы. А ты знаешь, что очень красиво выглядит город со стороны, выглядит очень красиво горы со стороны города. То есть ты бы мог быстренько спуститься и через город, через их крыши выйти на горы. Потому что, в принципе, ну, Ялта это же не только горы, но еще же и город. Можно дать человеку технику, можно дать человеку локацию, но так как он ее снимет, это уже другой вопрос. У тебя было хорошее солнце, у тебя была хорошая локация, у тебя были кони, ты мог выйти через город, выйти через коней, выйти через деревья. У тебя вот 40% пустых кадров. Вот, например, ладно, коней мы, ладно, можем снять. Но дальше ты коней выгнал с кадра, а потом ты снимаешь степь, потом ты опять к ним вернулся. Просто если ты кого-то с кадра убрал, значит он нам не нужен по факту. А потом ты все-таки решил, ай, блин, не, ну я все-таки коней всуну, они убежали от меня, но я их сейчас опять ставлю. То есть по логике
когда ты кого-то в кадр вставил, ты его держи постоянно. Потом, когда ты закончил с ним работать, ты его с кадра постепенно убираешь. Если ты хочешь начать с кем-то работать, ты этот кадр постепенно вставляешь в объект. Тем более не забывай, что у тебя была возможность поиграть с тенями. Видишь, какие длинные тени у лошадей? Надо было с ними поиграть. Тоже опуститься низко и поиграть с этой тенью, как вот какое-то непонятное двигается существо, или человек, не человек, инопланетян, либо я не знаю, что это. Итак, Тимур, надеюсь, ты прислушаешься к моим рекомендациям и в следующий раз будешь более осознанно делать свои съемки. Тимур, уровень ставлю тебе 2 звезды. У тебя есть, в принципе, понятие видения прекрасного, но реализация у тебя получается немножко, ну, не хромает. У тебя был шанс конкретно сделать просто мега крутую съемку. У тебя были кони, у тебя был и лес, у тебя были и горы, у тебя был и город, но ты почему-то решил это не использовать и, к сожалению, не раскрыл весь потенциал своей местности, поэтому уровень ставлю тебе 2 звезды. Сюжет ставлю тебе 1 звезду, потому что ты все-таки не доработал. Немножко все странно получилось, и ты, я думаю, что уже услышал то, что я тебе говорил. Сюжет ставлю тебе 1 звезду, с реализацией немножко у тебя были сложности. Камера ставлю тебе 2 звезды, в принципе, не было пересветов, у тебя все было нормально, у тебя использовал ND-фильтры, таких резких дерганий камеры не было, проводки плавные, стики вроде правильно управлял, поэтому все неплохо. Цвет ставлю тоже тебе 2 звезды, между собой кадры сочетаются, не было перепадов по балансу белого, все отлично, цветокоррекция мне нравится, киношная, круто, молодец. Монтаж ставлю тебе 2 звезды, немножко странновато у тебя было смонтировано, лошади вышли из кадра, потом ты опять их запихнул, потом резко перешел на горы, поэтому в итоге ставлю тебе 9 баллов. Спасибо тебе большое за поддержку канала, Тимур, учти мои рекомендации, и твои ролики будут просто кинематографические. Поехали дальше. Так, следующая работа, которую мы будем смотреть, это Владислав. Привет, можно прожарку, можно, даже нужно, сам нарвался, если что. Снимая на DJI Phantom 3 Pro, ух, дрон, конечно, раньше я мечтал о нем, у меня был тогда еще стандарт, а тут 3 Pro, ух, моща. Вот видео, музыка взята с Epidemic Sound, заранее спасибо, окей, посмотрим, отлично, что с Epidemic Sound, послушаем еще твое видео со звуком и надеюсь еще будет у тебя саунд дизайн. Давайте, друзья, глянем, что нам прислал за работу автор. Креница, очень красивое место, 4К, да, на то время я снимал 3 Pro 4К, это было мега круто, а мой стандарт снимал 2.7, и такую фигню. Это место находится в Шопино, оказалось одним из красивейших мест, которые я видел. Оказавшись здесь, ты как будто попадаешь в сказку, оно завораживает тебя. Хочется верить в чудеса и волшебство. Я тоже такого мнения, но не всегда это получается. Все решает реализация. Holy Springs, Креница. Чуть ли машина не белая, а синяя. Что-то ты, конечно, переборщил с латами. Ах, узнаю я добрые тройки. С их не болтающейся, как у быка. Камерой. Шопина, регион. Ну да, вот все-таки чувствуется, что уже 3 Pro, оно уже слабее Air'ов, и уже Mavic Mini и то повеселее снимает. Ну, технологии не стоят на месте, но тогда это считалось круто. А, вон люди кормят, что там, голуби или чайки, или что он такое, наверное, лебеди какие-то, утки. Кстати, мог поиграть с ними, потому что вода такая на контрасте синяя. А что ты опять тот же самый пролет делаешь? Оно же такое, мы уже это видели. Ты решил нам показывать 100 тысяч пролетов и вариаций от этого здания? Целую минуту мы уже это смотрим. Ай-яй-яй. Кстати, вот уже и лебеди есть. Надеюсь, в ролике ты опустишься ниже и покажешь, как эти белые пятнышки на фоне синей реки или воды будут так, как эти муравьи бегать, не? Надеюсь, это будет у тебя в видео. О, ниже опустился, видишь, сразу заиграл. Ну, все-таки сенсор не вытягивает детали, и хотелось бы немножко светлее все сделать, темновато получилось, мне кажется, было бы контраст. О, все-таки ты красавчик, додумался ниже опуститься. Кстати, лебеди, они вообще неадекватные существа, они так атакуют дрон, типа сидят, типа, сделай селфи, давай, потом, гиблэйс, на тебе, иди улавливай водолазов свой дрон. Я уже просто так полетал на Межигорье, это же подвиги непредсказуемые. Мне кажется, что ты покажешь это здание с мусоркой и синей ладой. Супер кадры. Слишком странно. Я как понял, ты будешь показывать эту лужу целых 3 минуты нам еще с утками. Да.
не то, что делаешь такие протяжные кадры, это хорошо, но у тебя это здание с этой лужей в вариациях уже 7 штук. Это, мне кажется, много. Сделай ролик не 4 минуты, сделай 1 минуту, но сделай и стопчик кадров, и даже надпись какую-то сделай, что это за лужа, чтобы мы понимали, о чем идет речь, но я не сомневаюсь, что это красивое место, но ты показываешь нам асфальт. Что ты нам показываешь? Красивый асфальт, я понимаю, что он ровнее, чем у меня под домом, но все же. Я даже руки антисептиком обработал. О! Наконец-то, я думал, не додумайся. Показал все-таки из воды эту локацию. И что? А, у нас и лес еще есть. Кстати, антисептик вкусный, ребята. Я никогда антисептик не пробовал. Ну, такое себе. А, видео еще идет? Красивые бутылки в воде лежат. О, кстати, я маникюр давно себе не делал. Блин, я не знаю, я успею яичницу сварить? Я не то, что стебусь над автором, просто автор должен кое-что понять. Работа у тебя очень познавательная, и когда мне нужно будет сделать 1000 кадров одной местности, чтобы какую-то выбрать один из них, я буду приглашать именно тебя, потому что ты сделал 1000000 раз одних и тех же самых шотов в разных вариациях. Я понимаю, что из лужи, из пальца не высосишь красивых там комбинаций, но достаточно было всего лишь 1 минуту ролика сделать, выбрать самые удачные шоты, они у тебя есть. Вот как ты в плане показал с поворотом, хороший шот, его мог показать, потом из воды, на уровне воды пролететь, как эти утки все разбегались бы и на тебя клювали бы эти, нападали лебеди, так дыш-дыш, гасили бы его там, было бы прикольно, показать, как красиво здание из воды, а ты все в одном ракурсе показываешь, все у тебя вот так, либо у тебя вот так, и таких вариаций 100 тысяч, но это немножко странно выглядит. И надо было поработать немножко с берегом, взять его, протянуть 50% воды, 50% берега, поработать бы с этим зданием более детально. И самый удачный ракурс, кстати, из воды в сторону дороги на уровне воды снять бы это здание, проработать бы его, как понимаю, там люди воду священную или какую набирают, я не знаю. И этого было бы достаточно. И сделать это длинные протяженные кадры. А так ты показал нам красивое паркоместо, что, друзья, у нас есть паркоместо, приезжайте, но на паркоместо у нас не будет асфальта, поэтому, друзья, ходовочка, ну, пострадает. То есть, ну, тоже некоторые вещи хочется скрывать, у меня же лампа сзади вырубилась, обиделась. Вот это классный ракурс, вообще супер, бы немножко сделали бы светлее. И было бы супер стоково. Но, во-первых, классно, что ты повернул, что вот утки убегают от тебя. Это действительно было интересно. Вон у тебя садятся, у тебя появились лебеди. Этот кадр реально стоковый. Супер. Этого было бы достаточно. И потом ты переключаешься на крупный план лебедей. Тоже хороший кадр, может быть. Красивая вот такая голубистая такая вода. Голубистая вода. Голубенькая вода. Дальше ты показываешь, что ты костер развел, падла. Снизу показываешь, как у нас кусты расползлись из дома выбегают, или это тараканы атакуют дом. То есть, ну, странный немножко ракурс. Потом, что у нас дорогу обгрызли какие-то бобры, унесли с собой. То есть, ну, немножко странно получилось. Вот этот пролет тоже странно. Тебе надо было снимать чаще все-таки на уровне либо воды, сделать меньше кадров, и не высасывать из пальца целый кинематографический проект на Оскар номинации. Потому что, ну, вот видишь, как только ты опускаешься на уровень ниже, все становится красиво, чистенько, аккуратненько. Мы прячем сзади всю ту свалку. У нас на переднем плане плывут голуби. Ой, голуби плывут. Ну, они тоже вроде плавают. Кстати, голуби плавают в воде, я не знаю. И лебеди, утки, и дома на фоне, и потом гора какая-то. А у тебя все очень странно. Тем более у тебя отражения были. Смотри, поработать надо было над отражениями, над этими утками. Может, в какое-то месте надо было просто зависнуть дроном, и чтобы все вокруг там происходило. И сделать не 4 минуты
вариации, а минутку, ну, чтобы человек просто посмотрел в Инстаграме, блин, красиво, я хочу сюда приехать. То есть я не хочу тебя чем-то оскорбить, но вот этот лес, мне кажется, лишний. Я понимаю, если был бы лес красивый, но у меня вон там тоже лес есть, но просто лес показывать, который обрызанный бобрами и закиданный свалкой мусора, немножко странновато. Ну, короче, не вариант. Это все лишнее. Поэтому учти мои замечания и больше так не делай. Это кадр грязный. Смотри, у нас спереди грязь, лавка с мусорком. А вот сразу, как только ты все убираешь, показываешь именно природа, единство, трава, берег, красивое дно. Темновато, утки плавают сразу. Лайкос залетает тебе. А так, дружище, ну, слабенько. Ну, так или иначе, я сам начинал с полной фигни, снимал такой жестяк, что я не знаю, можно вообще поудалять, никто не удаляет того, что в принципе память. А вообще, вот этот кадр круто, что утки садятся, красавчик, красиво очень. Ну, Владислав, что я тебе хочу сказать? Да, дрон, в принципе, это инструмент, да, чем лучше инструмент, тем лучше качество, тем больше можно разгуляться, но так или иначе, не важно какой инструмент, а какое у тебя видение прекрасного, у тебя оно то есть, то нет, но ты слишком любишь все дублировать, поэтому уровень, сюжет, камера, цвет и монтаж, все по одному баллу, ты получаешь в итоге 5. Просто прислушайся к тому, что я тебе говорю, не показывай лишнее, показывай красивое, прячь ненужное и не дублируйся. И просто учти, что не только есть кадры с дрона, тупо сугубо снятые сверху, но еще кадры есть на уровне земли и прячь ненужное. Я тебе уже об этом говорил. Спасибо тебе большое за поддержку канала. Итак, следующую свою работу прислал Илья. Приветствую, очень зашел твой канал. Видно, что опыта у тебя с лихвой, и при этом ты откровенно делишься наработками. Но жалко, что никто это не смотрит, им важнее смотреть всякую фигню в интернете, но учиться никто не хочет, к сожалению, это правда. Месяц назад купил Mavic Air 2. До этого опыта дронов не было от слова совсем. Но это нормально. Ссылку, что я дал, это второе видео, посмотри его, пожалуйста. Важно твое мнение, спасибо. Хорошо, Илья, давай посмотрим твою работу, которую ты нам прислал на прожарку. Итак, мы на канале Ильи Begins Adventure. Ты про путешествия снимаешь, как я понимаю. И только, как я понимаю, начал этим заниматься. Монеты на дне и коп под водой. Блин, прикольно, но стрёмненько. Можно что-нибудь не то и откопать. Ну да ладно, давай посмотрим твою работу. Кусочек зимнего индюка. Кусочек зимнего индюка. Гора Индюк в Туапсе зимой. Интересно. Зимний поход выходного дня на Г-Индюк, или город, или гора. Индюк Туапсинского района. Красивые виды на скалы. Фантастические места для скалолазания. Полет на дроне вокруг горы Индюк. Индюк. Прикольно, прикольно. Давай посмотрим твою работу. По авторским правам и по музыке ты не сказал, поэтому 5 сек и... Ого, прям как шоу урёт. Дыш. Гора Индюк. Ну, шрифт, конечно, с 80-х, дружище. Пора прекращать их использовать. Тем более такие большие. Так, подожди, тебе вначале начали такие резкие кадры, а потом спокойные. Странно. Это ж Ну, прикольно вылет, но... Прям в кусты. Это ж по факту все было дном океана или какого-то озера. Видно прям такие ракушки, прям такие выемки. Кстати, напоминает мне чем-то метеора, который находится в Греции. Такая же самая вот местность. Ты прорабатываешь средние крупные планы, дергаешь камерой, поднимаешься, дергаешь камерой. И... Как голова, кстати, какой-то обезьяна или как это, видите, как будто голова гориллы этого, Кинг-Конга, очень похоже. А это вообще справа верблюд, либо петух. Но кадры прикольные, кстати, очень интересные. Но я обратил внимание, ты все время любишь какую-то взять точку и крутиться вокруг нее. Но ты почему-то не хочешь пролетать вдоль макушек. О, наконец-то. Вот это классный кадр, если честно. Мне нравится такой именно часть у нас горы, часть у нас общего плана. Вот это интересно. Класс. И теперь ты... А что ты поднял камеру в конце? Зачем? Кстати, у тебя почему-то по цвету теперь стало все по-другому. Там было у тебя все синее,
а теперь у тебя стало серое, как будто ты забыл лат накинуть, и в итоге с того же кадра возвращаясь обратно, только разница в крупности. Как-то странно, дружище. Хороший кадр, может быть. Интересно, сюда залезть реально вообще наверх? О, камеру мы дергаем, не надо делать этого. Что происходит? Что происходит? Так, ну, если ролик будет идти долго, это твоя будет ошибка. Не, 2 минуты. Даже можно было сделать минуту, потому что у тебя здесь все сильно похоже с друг другом и дубликаты кадры. Кадры-дубликаты. Понял. Хорошо, Илья, что я тебе хочу сказать? Эту местность я бы разбил по следующим этапам. Смотри, у тебя почему-то первый кадр начинается, как будто у нас солнце зашло, а потом оно еще начинает заходить, потом оно зашло, шрифт жест сделай как более лаконичный шрифт, меньше, тоньше, без таких толстых. Я понимаю, что мы показываем гору Индюк, но нужно показывать такой же шрифт. То есть, ну, лаконичный, спокойный шрифт сделай, как вот раньше ребята делали. Потому что это слишком крупно, и мы на расстоянии уже не смотрим этот ролик за километр. Короче, ролик бы я начал следующим образом. С нейтрального кадра. Общий план этой местности. Не привязываясь сначала к этим горам, к этому Индюку. Показать, что вот мы сейчас будем показывать долину, в которой есть гора Индюк. Вот, например, вот видишь этот кадр, надо было просто сначала не показывать именно эту гору, а показать вот этот дальний план, синий. Отлетая назад дроном, чтобы перед нами появились горы, и мы показали эту гору, ну вот эту, которая Индюк, в общем плане. То есть длинный пролет назад, который врывается в наш кадр, вот этот обрыв, и показываем общий план, все одним кадром. Дальше я бы показал эту гору бы еще раз с другого ракурса по солнцу, потому что против солнца будет темновато. По солнцу показал бы еще раз в общем плане. И все-таки лучше эту местность было отрабатывать, когда было солнце, потому что была бы игра красок, а так у тебя ну так все бледное, сама гора темная. Когда нету солнца, у тебя нету игры лучей, тени и цвета, и в итоге оно получается все бледненькое и стрёмненькое. То есть, ну, надо было выбрать все-таки период, когда у нас было солнышко. Гора Индюк, а потом отрабатываю в плане сверху, у тебя ни одного ракурса нету, в плане показываю сверху эту гору, эту всю местность. Потом начинаю по этим макушкам лететь. Ты, в принципе, летел по макушкам, но хотелось бы дольше, чтобы прямо аж прочесать дроном эти камни. Вот здесь прям лететь вдоль вот этих. Вот хороший, кстати, ракурс. Вот в данный момент просто лететь прямо и чуть не пузиком цепляясь об этот камушек, выйти на общий план, например. Ну, блин, чтобы солнышко еще при этом было. Кстати, чтобы человеку сломать мозг, если ты бы взял эту картинку, либо перевернул вверх ногами, или ты поставил бы по 90 градусов и кропнул, люди бы просто офигели. Это была действительно одна из такая разбавочная фишка в этом ролике. Люди не могли понять, что происходит. Как только есть какое-то солнце, сразу все преобразовалось. Появились не только черные оттенки. У нас есть коричневые, у нас есть зеленые оттенки. И оно все зацвело. Поэтому, ну, все-таки не забывай про фазу солнца. Да, я понимаю, что у тебя, может, выбора не было, типа не успел. Все понимаю. Ну, камеру тоже дергать не надо. Но вот ты даже когда уперся, например, в какой-то объект, например, вот камень, отлетаешь назад и хочешь выйти на общий план. Ну, делай это хотя бы поспокойнее, мягче и протяни кадр дальше. Ты просто его бросил, воткнул нам другим кадром. И вот ты чешешь пузиком, летя назад. Видишь, сразу стало более-менее интересно. Но хотелось бы все-таки больше разноплановости. Тебе надо было сделать один ракурс, опуститься максимально низко. Вот здесь, у подножия этой горы. Лететь вдоль деревьев, опустивши камеру вниз. Постепенно камеру поднимать. И поднять настолько до упора камеру, чтобы эта гора была на фоне неба. Это было бы киношно, кинематографически. И после как снял, я же не помню, как его зовут, церковь, когда дрон снизу, камера вверх, оно тоже очень прикольно получилось. И эту тактику и стратегию используют тоже в своих работах. Но без солнца, к сожалению, эта работа проиграла очень сильно. Вот, видишь, как только ты показываешь ее в общем плане, уже стало интересно. Я понимаю, что гора сама по себе, она, ну, кусок кирпичей торчит, ну, кирпичей, это же гора, подожди. Кусок скалы, в принципе, ну, как ты здесь что-то обыграешь? Если нечем обыгрывать,
бери длительность у кадра, не повторяйся, снимай в солнце, и ты что-то общего плана вообще дальнего у тебя не было, этой горы, у тебя все крупно, средне, крупно. У кого-то бывает вообще наоборот, он снимает все общим планом и забывает, что есть крупный и средний. А у тебя все наоборот, у тебя крупный, средний, дальнего, ну вот что-то почти похоже на дальний, но хотелось еще дальше, у тебя нету плана сверху. Темновато, надо было немножко темный вытянуть, бэкс, Blacks потянуть, Shadows потянуть, все были бы шумы, еще за шум отдавить, потому что мы, в принципе, видим только белые пятна и черные какие-то, как будто лавовый камень. Итак, Илья, что хочу сказать по твоей работе? Работы в золотое время, даже у меня только часто тоже такое бывает, что я когда приезжаю на крутейшую локацию, нету солнца, я не снимаю, потому что без солнца я не добьюсь игры красок, я не добьюсь раскрытия потенциала всей этой местности, я просто покажу темные пятна, буду сидеть с шумодавом и мучиться от того, что, ну, понимаю, там снимаю на Inspire, я еще так как-то за счет большого сенсора могу там тени сделать вытянутым, еще что-то, но когда ты снимаешь на миник второй, пытаешься тянуть тени, Blacks, и, ну, хочется просто плакать, потому что очень дико все шумит. Я понимаю, ты не хотел пересветлить все, чтобы снег не выскочил, но так или иначе ты провалился в тенях, и все темное, бледное, ну, конечно, это и есть проблема. По сюжету я тебе ставлю одну звезду, в принципе, ну, сам понимаешь, не сильно оно было интересно смотреть, потому что у тебя длинные, скучные кадры. По камере ставлю тебе одну звезду, у тебя есть подергивания очень странные, я не понимаю, зачем ты это делаешь. И то же самое это касается монтажа. Все ставлю тебе одну звезду, потому что жесткий косяк. Да, у тебя, в принципе, пересветов по белому нету, но... Ну, я обратил внимание, что у тебя второй кадр где-то летел вдоль стены, у тебя он был не покрашен, либо забыл лат натянуть, либо сильно небо поменялось, но я сомневаюсь в этом. Итак, хоть я ставлю 6 баллов, да, конечно, это немного, но к этому нужно прийти, насмотреться и все-таки выбирать золотое время для съемки. Поэтому спасибо тебе большое за поддержку канала, двигаемся дальше. Друзья, мы только что пересмотрели все работы второго, кто сделал поддержку канала, а теперь мы переходим к следующему этапу, мы смотрим работы, которые присылали мне люди на почту. Итак, Александр. Мой первый дрон, только учусь летать, снято на Mavic Air 2, спасибо. Давай посмотрим, что ты нам прислал. Давайте посмотрим работу автора. Тилигул. Вау, начало, конечно, красивое. Это кор. Да, Air неплохо снимает, друзья. Классный кадр. И по третям у нас больше воды, чем небо. Четенько все. Это палатка такая, кого-то мажорная. Нифига себе. Вау, отражение. Красивое в этом озерце. Надеюсь, ты его отработаешь. А, мне этот кадр кажется лишним. Мы уже подобные видели. Он лишний. Дружище, у тебя, смотри, какие здания. Они у тебя пересвечены. У тебя белый, прям как снеговик. Это плохо. Надо было немножко призакрыться. Выдержку. А, у тебя ж пацана диафрагма. Этот кадр мы уже видели, только теперь при другом ракурсе. Блин, Air 2 прикольно, кстати, картинка такая киношная. Я понимаю, ты, наверное, лат использовал. Классный кадр, хороший кадр. Красиво, кстати, местность, блин, я бы там наснимался. Мы опять же это примерно уже такой кадр видели, мне кажется, дублироваться 3 раза одно и то же нет смысла. О, типа FPV. Вот сразу добавилась динамика. Круто. Вот это классный кадр. Воу-воу-воу. Прям ничего себе. А ну, куда? И сейчас бросишь камеру. Я угадал, ты бросил камеру. Ну, вообще, вот это было круто. Этот кадр мы почти видели. Этот кадр мы почти уже видели. То есть ты насобирал дубликатов. Это мы уже видели в начале. Это мы видели уже в начале. Дружище, я уже насчитал 4 раза. Но это же самое. Классный кадр. Цитокор. А, персик, ты чё? Классно, мне нравится. Класс, такой полупролет. Пересвет слева, ай, не жги. Я понимаю, ты живешь в этом доме, что ты все время акцентируешь на него внимание, не могу понять. И у тебя береговая линия пересвечена. А, еще и ускорился, я вижу, что там качели с ума сходят, как будто демон вселился в качелю. Тоже хороший кадр. Хороший кадр, похоже там, где ты до этого вращался, но тоже классный.
Я думаю, что это надо заканчивать, или ты что-нибудь новенькое покажешь? Лишний кадр. Ну, не сильно привлекательный, мы показываем срач во дворах. Я вообще не люблю сильно эти села. Друзья, если вы присылаете на прожарку работы, там будет село, ожидайте мою реакцию. Ну, просто село не сильно прикольно выглядит, если честно, ну согласитесь. Ну, как-то да, сразу как только темнеет или заходит солнце, Air 2 со спичечным сенсором отдыхает. Лишний кадр. Грязный кадр. Не надо было использовать. Зеленый он стал таким стрёмненьким. Я понимаю, что хотел сказать, что типа вот у нас зашло солнце, у нас закончилась фаза съемки. Что закаты, может, нам не повезло, потому что облака нам помешали, но кадр получился не очень. Потому что у нас все видео было такое красочное, такое все разоцветное. А тут раз у нас и зеленуха напала с Шреком. Итак, начало. Персик, братан, вообще красавчик, круто, еще надпись четенько. Птушкин стайл, я тебе хочу сказать. Этот кадр тоже хороший, интересный. Нравится. Хорошо, мы перешли на более крупный план. Может быть. Жалко, что никаких лодок не было, либо что что-то плавало, или чтобы там происходило. Я понимаю, это село, блин, но все равно что можно было сделать. Кстати, вот видишь этот пятачок снизу? Ты мог бы подлететь выше, в плане опустить камеру вниз и, грубо говоря, просканировать местность, сделать принтер. То есть вода, потом раз в кадре у нас только треугольничек выходит, раз и выходит. Тоже можно было таким образом обыграть. И очень прикольно снимать на очень низкой высоте на уровне воды. Кстати, спасибо за локацию, сюда приеду, поснимаю, спасибо. У меня тоже сейчас новая еще локация, много чего уже объездил, но хотелось бы немного разнообразить. Смотри, вот есть какая-то лужа, и ты мог бы низко опуститься над ней. Я вижу, что есть отражение облаков, поиграть, как отражается небо в этой луже. Тоже можно было очень интересно разыграть эту локацию. Плюс еще там какие-то есть водоросли, там что-то, какие-то жабы прыгают, какие-то чудовища может лазить. Тоже прикольно было, когда оно в крупном плане все прорисовалось, очень прикольно. Кстати, зеленый цвет мне очень нравится, эта травка такая пушистая. И это озерцо надо было, с ним поработать, и почему-то забил на него. Этот кадр мы видели уже в начале. Этот кадр, стрёмный пересвет и провалы, без солнца у нас полный кошмар. Ты показал, что у чувака мажорная палатка, спасибо, красавчик, буду знать, куплю такую же. И ты почему-то привязался к этому дому. Я вижу, что, по-моему, тут ты там стоишь, и твой сосед говорит, типа, так что ты там снимаешь, давай выдержку крути. Чё он тебе планшет пальцем тыкает, он что, реально крутой чувак? Шарит? Но, судя по тому, что ты акцентируешь внимание на этот дом, наверное, ты там в нем живешь. Хороший кадр, но почему ты не полетел дальше, где вот такие есть обрывы, и вдоль этих обрывов пролететь, в этих ущельях полетать, ты почему-то этого не захотел. Поработать с полями можно было на сверхнизких высотах с выходом на эту воду в обратную сторону. Этот кадр мы уже видели уже третий раз. Как только ты добавил динамики и низких высот, у нас стало все быстро меняться, и видели, что там кто-то в туалет сходил в кустах, кстати. Вот этот кадр тоже крутейший, ты такой поднимаешь, такой раз, ай, на, по башке дрону тебе, хватит подниматься, и резко бросил. То есть, если ты такое делаешь, то постепенно отпусти, и прям ноготком, прям по микрону, как не знаю, как муравейчик, постепенно отпусти колесико, и будет вообще просто шикардиссимус. И вот красивые, видишь, вот эти сбоку есть обрывы, надо было тебе по горизонту сделать как? Сверху вода, снизу вот эти обрывы. И в плане показать именно эту местность тоже можно было очень интересно поиграть красиво. Вот деревца торчат такие, пупырышки, прыщики. Тоже можно было с ними поработать. В теня, которые тени длинные. Просто очень прикольно работать в плане, когда подлетаешь на какой-то объект, который высокий, и снимать его сугубо вниз камерой, когда такие тени длинные получаются. Можно добиться очень интересных эффектов. Это дубль кадр. А поворот хороший, тебе такое нравится. Да, там пересвет пошел. Ай, там зебра уже, наверное, убежала, но все-таки неплохо. Тем более, прикольно было бы, если набережную показала бы в плане таком же самом, только ниже и по горизонту, чтобы мы увидели больше деталей, чтобы мы видели дно. Чтобы мы видели дно. Днище. Чтобы мы видели, какое там дно, какое. Что у нас под водой, как там дети, вон, смотри, круги цветные, как там дети играются, можно было этот движ весь снять. Потому что на воде вода еще такая полная гладь, штиль. Люди прыгают, там волейбол играют, снять, когда у нас все такое темное, и тут в центре какие-то пятна, и желтый либо синий диск, как таблетка лежит. Тоже можно было с этим поработать, но почему-то
Не хватило воображения. Но это со временем придет. Эти кадры темные, без солнца тоже не очень. И концовка стрёмно, где зелень лупанула. Когда солнце зашло, эры, я думаю, что нужно ложить в коробочку и не открывать вообще. Не считая той первой работы, которую нам автор прислал, Александр, где он делал таймлапсы, но таймлапсы он делал там, где есть освещение, и все на выдержке снималось. А в поле снимать на выдержке, я думаю, будет видно только инопланетян и каких-то марсианских пришельцев. Поэтому, Александр, спасибо тебе за твою работу. Работа неплохая, эта коррекция мне очень нравится. Как для эры, сразу видно, что снимал синлайки, и что ты вытянул неплохо. Да, местами пересветы есть, но когда солнце зашло, все пошло. Вот. Итак, друзья, следующую работу мы смотрим. Это Евгений Андреевич. Здравствуйте, спасибо вам за канал, который вы ведете. Многие вещи рассказаны доступным и понятным языком. Теперь о видео. Снимал я лиман Куяльник, тот, что в Одессе. Это мой второй полет на дроне. Ух, я помню свой второй полет на дроне, который был на дереве. Ссылка на видео. Снимал на Mavic 2. Выдержка 1.50, 25 кадров, ISO 100, баланс белого 5600, ND-фильтр 8 от компании Polar Pro. Ну, полный сетап для крутого дрончика. Одесса, Куяльник, 2020. Я 20 лет живу в Одессе и, к своему стыду, ни разу не был на Куяльницком лимане. Да я тоже много где не был, еще в Киеве не видел. Приезжая по его тысячу раз, мне казалось, что это болото болотом. Сегодня я приехал на данную локацию, чтобы немного поснимать. Увиденное меня впечатлило ощущение, что ты на другой планете. Ух. У нас да, у нас такое может быть. Куяльницкий лиман лично я считаю одним из самых красивых мест на Земле. К сожалению, лиман умирает и никому для этого нет дела. Ну, это факт. Моим главным героем данного видео стала лодка, которая отслеживает состояние нашего лимана. Лодка шарит. Давай посмотрим твою работу. Одесса, Куяльник 2020. Поехали, друзья. Ух ты. Кстати, мне всегда было интересно, что за столбы все время такие в лиманах, как будто как умер какой-то кит в виде дороги, и торчат его кости. Вообще, друзья, напишите, что это такое, или это какие-то мосты были, переправы, или это какой-то, может, был порт, или какие-то дома раньше стояли на цваях, я не знаю, что это такое. Так, взлетная полоса, я понял. О, прикольно, кстати, кадры, еще чайка плывет, и чайки, он тусят, у них там... пати, чайк. Крутой кадр, мне нравится, кстати. То, что снизу такое ребро, нам тоже нравится. Очень круто. Ух ты, красненько, что пробивается сверху. Ух ты. Вау, кстати, переход неплохой. Такой незаметный. Раз, мы поднимаем и показываем дымки. Как будто мы в Чайна-тауне каком-то у нас все тут. В дымку. И бросили камеру. Этот кадр стоковый. Очень красивый кадр. Вот это, конечно, круто. Но что-то качество не очень для Мавика. А, у нас Full HD. Ну, Full HD сразу видно. Вот это классные кадры, если честно. Такие прям космические, марсианские кадры. И чайки такие вон сидят. Ух ты, колеса лежат. Блин, это прям какая-то, знаете, как Half-Life, когда проходишь какой-то уровень. О, аж лампа разрядилась у меня. Только не говори, что сейчас залетишь сюда. А, фух, красавчик, а Малик же еще широкий. Кто там, он там золото копает. Ну, кадр классный, такой именно distraction. Прикол. Я очень люблю, когда... О чем остановились? А, кто-то он копает что-то. Вот, люди. Ух ты, отражения крутые. Кстати, если ты взял бы, опустился бы ниже, и были бы облака, было бы просто нереально круто. А, чайка атакует, не гони. Класс, конечно. Завораживаюсь, это такая территория. Кто-то он наваливал на джипе, я раз тоже на лиман поехал. Не понравилось. Очень не понравилось доставать потом. Ну, кадры прям как будто, не знаю, из компьютерной игры, колеса лежат. Игра красок. Конечно, необычно. Необычно получилось. Очень необычно. Прикольно, кстати. Если честно, работа мне понравилась. Она необычная, это раз. Во-вторых, она снята неплохо. Жалко, что на Full HD нельзя рассмотреть детали работы. Но вообще она мне нравится. Она такая необычная. Марсианско-улетная. Только жалко, что здесь симметрии нет. У нас почему-то сместилось все вправо. Если ты бы летел бы ниже, в центре, ты получил бы реально классный результат. Либо если ты летел бы на вдоль, боком вот так них, по длине, было бы тоже бы очень интересно. По отражениям и плюс ты еще бы прикольно обыграл
пространство вокруг него. Вот этот кадр очень крутой, особенно когда ты перешел под стекору, классно все, вопросов нету. Ну, блин, такое ощущение, как будто снимал на первый миник, за счет того, что в Full HD нельзя видеть детали, а Mavic же 2, он всегда славится деталями в соотношении с этими дронами. И переход такой, опа, летишь в эту толпу чая, которая сидит вот на берегу, и они разлетаются. Поверь мне, вероятно, что они попадут в свой дрон, но очень маленькая. Но лодка, она вывезла реально твой ролик. И видно, что она рабочая. Кстати, вон кто-то разгребает, достает, или мне кажется, кто-то берет эту лодку и с помощью такого маленького каша пытается углубить эту местность. Но я боюсь, его это скажет, что он расстроится от того, что это практически нереально. Ну, странно, конечно, очень. И кто-то золото ищет. Ну вот как ты пролетел внутри, тоже прикольно, красавчик. Еще с motion blur'ом по красоте. А если бы сделал еще реверс, все такие смотрят, такой, ну что там, такой, опа, они чайга себе, чувак, жарит. Тоже было бы очень интересно. А вот кто тут ворует, там что-то копает, или может наркоту ныкает? Ребята, кто там, напишите комментарий, что они делают. Это кадр, конечно, с лодкой вывез, именно прямо апогей ролика. А потом такой, бросил, ну ладно, я устал. Вышел ролик реально атмосферный, мне понравилось, спасибо тебе большое, было интересно посмотреть на твою работу. Ну что, ребята, движемся дальше. Денис Фролов на оценку видео. Добрый день, сам являюсь фотографом более 10 лет, ого. Купил себе Phantom 4 Pro, имея только 2 аккума, но маловато. Использую поляризационный фильтр CPL от PGYTEC. Выручает снимать в 1.50-25 fps. Ну, в принципе, с таким дроном 4 Pro можно просто закрыть диафрагму или увеличить выдержку, и можно без ND-фильтра использовать, если что. Либо поставить 50 кадров, когда нам критично слишком большая дырка. Съемка на дрон занимается больше в любительских целях для себя, снимаю различные видео, иногда фото. Решил скинуть несколько из них, не обязательно показывать все, если понравится, можно. Давай посмотрим твое видео и начнем мы, наверное, с Elevator. Elevator. Блин, крутая идея, кстати. Так загадочно, как будто сейчас, я не знаю, зомбак выбежит такой. Но у нас здесь, я сомневаюсь, что это снято все на дрон. Хотя я всякое в жизни видел. Но кадры поставлены, видно, что человек как-то разбирается. 10 лет такие пришли не зря. Но мы оцениваем то дрон, а не видео с камеры. И ты понимаешь, что у нас... Ну, блин, все равно это интересно. Но снято круто, покрашено так по-киношному. Мне нравится. Атмосферно, атмосферно, как будто, я не знаю, сейчас я в Припяти, там сейчас прям, не знаю... Сталкер какой-то игра. Красиво вот лучики пробивают. Блин, это надо же было искать, думать. Ну, фотограф с таким стажем, он, ему не непосительно снимать хуже. То есть он действительно вот чувствуется, что рука мастера в этой работе и цветокоррекция. Ну, понимаешь, у нас видео с дрона как бы прожарка. О! Ну, 4 Pro видно, детализация у него, конечно, лучше всех, не считая Inspire. Как бы все не хейтили 4 Pro, та большая корова, но детализация всегда будет пока на данный момент неплохо себя чувствовать. А, то есть это все на дрон. Ровненько такой вылет. Прикольно, конечно. Кстати, в Припяти, в Чернобыле же есть тоже такой элеватор похожий. Это как будто в Припяти волхов. Классно, конечно. Подожди, это что, все снято на 4 Pro, или это меня глючит, или тут снималось еще что-то на камеру? Если ты снял весь ролик с рук, даже державший Phantom, хотя не знаю, как ты поднял вверх ногами камеру бы, это будет максимально сильно, потому что я знаю таких людей и сам таки страдаю штуками, это снимаю с рук с помощью дрона. Но я что-то немножко сомневаюсь, что, мне кажется, здесь камера типа Sony 6500, либо A7 III. Но даже смачено неплохо. И детали отработаны, крупный, средний, дальний план неплохо. Ну, видно, что немножко дрон прыгает из-за того, что слишком близко, но атмосферное видео. Честно, мне нравится. Цветокор. Работа с солнцем просто классная. Подъемы камеры классные, мне очень нравится. И атмосфера такая, прям фильм можно снимать. Скажи, а где эта локация? И можно туда ли попасть? Потому что у меня есть пару идей, которые хочу воплотить в свой проект, но
Если он не сильно далеко, я бы здесь кое-что бы подснял для своей работы. И вот по камера вверх поднятая, которая всех вечно заставляет делать. И сразу результат налицо. Очень красивая работа. Честно, мне нравится. Очень прикольно. Такой-то заброшенный... Блин, ну реально похоже на Припять. Отвечаю. И дверь закрывается, и такие пролеты внутрь. Ну, фотограф есть фотограф. Уже глаз наметан, и видение прекрасного есть. Тут просто можно брать, открывать чипсы, попкорн и наслаждаться. Классная работа. Я ее критиковать не могу, потому что она действительно очень захватывающая, специфическая. Напряженная, я бы сказал так, захватывающая и таинственно-мистическая. Каждый кадр можно использовать на фотобанке, продавать как шоты. И это реально референсы для того, чтобы создавать какой-то классный фильм. Пролеты у тебя плавные, дергания нету, пересвета у тебя нету, настойная камера просто супер. Фотограф 10-летним стажем, оно видно. Спасибо тебе большое за такую очень необычную, специфическую, мистическо-таинственную работу. Мне понравилось, круто. Классный ролик, спасибо тебе большое, очень интересно было посмотреть. Друзья, это круто, честно. Следующая работа мы будем смотреть, это Александра Ярмоленко. Видео на оценку. Привет, хочется показать видео и услышать адекватную оценку, критику, а главное, собственно, понять, есть ли перспектива. Перспектива есть всегда. Посмотри мои старые работы, перекрестись и не смотри их больше, и смотри, что делаю я сейчас. И поймешь, что перспектива есть всегда. Снимаю еще недолго, начал этой весной, собственно, летал раз в 15. На 15 раз я только понял, что я могу переключаться в IT-режим и есть режим позиционирования, это нормально. Снимал пока только в Киеве и Хорватии. Долго выбирал, какое видео скинуть, нравятся почти все. Не могут все нравиться работы, поверь мне, я смотрю сам свои работы и я матюкаюсь на них, почему я так плохо сделал. Видео по ссылке ниже снимал на Mavic Air 2 с ND16, но без ND-хи, наверное, с Air-ом ты уже там плакал бы. Osmo Pocket и в Дубровнике. Сразу предупреждаю, есть страбы. Ну, страб это есть страб. К сожалению, с дуру снимал 25 кадров и в динамике есть иногда траблы, а кадры выкидывать было жалко. Ой, жалко всегда, но жизнь такая несправедливая. Так как, по сути, это тревел-видео в семейную коллекцию. Понял. И да, жалко, что смотришь без музыки. Музыки, звуковые эффекты реально решают. Если мои подписчики захотят посмотреть твой ролик, им он будет интересный, они его пересмотрят со звуком и поставят лайки, дизлайки и комментарии напишут. Все зависит от тебя и твоей работы. Дубровник, 2020. А что все перекошенный, горизонт заваленный? Я понял, для семейного архива, понимаешь, семейные архивы это штука такая специфическая, не всем это интересно, и мне сейчас голова упадет назад такими подъемами частыми. Хорватия, Дубровник, часть четвертая, хороший город. Я, чтобы снимать этот Дубровник, эту крепость, я летел километр из кустов там на склоне возле дороги, ты знаешь откуда примерно я запускал. И это было очень увлекательно и смешно. Так, мы отлетаем, не показываем вообще никого в общем плане, мы делаем пролеты, у нас есть пересветы. И вижу, что твоя любимая фишка это закидывать нам голову назад, а потом биться лбом об экран. Понял. Красиво, кстати, очень город Дубровник, мне очень понравилось, но я за парковку дал, по-моему, 40 или 50 долларов. Я постоял всего лишь 4 часа, я офигел, дорого там парковаться. Так, да, по поводу строба я тебя услышал. И пересвета я тоже тебя увидел. Что ты творишь? Кстати, сюда я не попал. Прикольный, кстати, кадр такой, прям Discovery, как будто сейчас Орел и Решка. Классно, классно. Только чуть-чуть я вижу, камни уже начинают пересвечиваться, прям на грани, прям сейчас как будто, ну, чуть-чуть, и все. А так неплохо, кстати, хорошо держишь кадр, бросил почему-то, сделал нам ляпаса по лицу и показал нам опять, так я понимаю, это твоя семья, ты, ну, пакет, конечно, прикольно, но штука снимает относительно. Так, показываем жену, ребенка. Вот хороший кадр, постепенно открываешь на море, стоит яхта, плывет дальше парусник, выход на остров, и снова ты почему-то под таким углом снимаешь город.
Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, может быть. Может быть. Так мало туристов, когда я был, там одни китайцы были, просто миллион. Классный кадр, ты, по-моему, актив трек делал. Может быть и переход неплохой, может быть. Ну, поддергивания, конечно, лютые, но актив трек штука ненадежная. И зашел. Еще раз переход сделал. Здесь снимались, по-моему, Игра престолов. Опять бьемся затылком об стенку. Шух-шух-шух. Я понимаю, может, динамика по музыке, но... Слишком часто ты нас лупасишь с вертухи по лицу, и мы закидываем голову постоянно. Будто мы смотрим вот так постоянно. Немножко устаешь. Вообще, Дубровник красивый город. Слишком длинный кадр, хватит. Мы видели, как у людей красиво сушатся трусы. И концовка. Не, не концовка. Поднимаем еще раз. Ну, пустоватый кадр. Пересвеченный кадр ни о чем. Дальше давай, не очень, слабенько. Слабенько здесь нечего смотреть. Мы видим все в силуэтах в виде стены. Может быть, только чуть плавнее. Блин, строп мешает, и немножко пересвет. Надо было немножко хайлайтсы притушить и вайтсы. Эту локацию мы уже видели. Ты делаешь дубль, и она нас немножко опять жжет. Хватит, мы это уже видели. Все, дальше, дальше. Мы это тоже уже видели. Хватит, дальше. Пересвет по камню уже проваливается. Хайлайтс туши, либо НДХ V64. Здесь не вывезешь. Все, бросай, хватит. Не. Бойницы ты не покажешь красиво. Очень странный ролик, если честно. Очень странный ролик. Давай так. У меня на канале есть видео про Дубровник. Посмотри, как снял его я. Для тех, кому это будет лень, я сейчас покажу еще раз и объясню на своем примере, почему это я сделал и почему было бы так правильно. Поехали. Давай теперь покажу, как я снимал этот Дубровник и по какому принципу я руководствовался. Общего плана, сдалека, выглядая из гор, постепенно подлетая к городу, на фоне которого плывут лодки, есть движ, люди купаются. Дальше я показал еще ближе подлетел и постепенно открывая занавес этой местности. Общим планом, красивый город в плане, его же конструировали и думали его структуру, это тоже нужно было показать. Потом я начал показывать бухту, по которой плывет лодочка. Эту локацию я прорабатывал полностью, то есть видишь, я проработал в плане, лодки, стоянка лодок, можно было ее проработать. Проработал я отдельно с акцентом на церковь. То есть видишь, у меня плавные пролеты, и постепенно поднимаю камеру и выхожу на общий план города, где спереди плывут лодочки. Потом я начинаю показывать более детальный город, чем он живет, что в городе интересно, какие у него здания, сколько там людей, что там вообще происходит, живой ли он. Начинаю дальше прорабатывать я детально уже элементы конкретно зданий. Дальше я показываю красивейшую аллею, где есть тени, как будто стоят паровозы, и люди, которым ходят. Показал крыши здания в плане, что вот такая у нас плотная застройка и насколько красиво закомплектованный город. Потом я показал еще раз, как выплывает с бухты корабль с красивым прозрачным дном, на котором лежат камни, с выходом на город. Потом я показываю, что есть все-таки движ, что плавают лодочки, что есть какая-то жизнь. И отлетаю на общий план. И постепенно у меня появляется в кадре лодки. То есть у меня немножко все по-другому. Потом я беру нижний ракурс этого города. На сверхнизких высотах я беру, снимаю, как корабли движутся, они получаются быстрее, как чайки летают, как люди ходят, как рестораны, как ходят пешеходы. То есть все вот это надо было показать. И постепенно выхожу и выхожу из этого города на общий план моря, где плывет лодочка. То есть должна быть логика. Потом я постепенно показываю, какая красивая укреп-стена вот этого здания. Потом с одним кадром тяну и выхожу через крепость на церковь следующую, с башней, на которой часы, плюс немножко города, по которой ходят люди по стенкам. То есть, видишь, показываю пешеходы, их не тени,
дома, аллею, лечу вдоль аллеи, показываю структуру, движение, трафик, все, все живое. То есть ты понимаешь, что такое продуманная съемка, но при этом импровиз. Это все импровизация была. Но при этом, имея опыт насмотренности, я примерно понимал, где будет красиво. Нужно понимать, как это все работает. Потом я вот начал крутиться в общем плане этой местности, этого Дубровника. Что ничего не выпадало у меня с кадра. Потом, наезжая на него, и опять же по крышам иду через башню, где я оставляю по саунд-дизайну, дынь, как колокольчик бухает. То есть, ну, как бы, пойми логику, как это все делается, посмотри, запомни и делай так же. На низких высотах над крышами полетало, и чтобы ты понимал, это я все делаю, стоя вот там, на пятачке, на таком расстоянии, несколько километров от этого здания. Потому что в городе меня бы взяли за СЖ. И это все снимал на больших дистанциях. Вдоль башни пролетел очень близко. Потом проработал бухту и ждал, когда заплыву туда на байдарках. Их снял на контрасте цветов. И теперь давай посмотрим, что у тебя. Я понимаю, у тебя семейный архив, но твои пролеты, теперь давай посмотрим, как ты их сделал. Просто пытайся повторить то, что я сделал. Посмотри мою работу Дубровник, которая у меня на канале есть, и перемени все те способы проводки камеры и руководствуйся той логикой, которую я делал, и создай свой ролик. Я надеюсь, ты понял, к чему я тебе веду, что тебе нужно видеть прекрасно и искать удачные ракурсы и кадры, и не пережигать картинку. Это был Александр Емельченко, спасибо тебе большое за видео, двигаемся дальше. Максим Дикий, Хорватия, что ж ты все так на Хорватию переключились? Привет, съемка велась в Хорватии с дроном Mavic Mini. Это первые мои съемки, первый монтаж. Жаль, вышло видео короткое, но что есть, то есть. Хорошо. Надеюсь, ты посмотрел предыдущее видео и понял, чего я требую. О, Mavic Mini, пересвет, привет. Ну, это цвет неестественный синего, конечно. Да, видно сразу оператора. Че, прикольный кадр, кстати. Может быть. Может быть, постепенно поднимаемся вверх. Переходы а-ля 80-е забудь. И мы подняли камеру в воду. А, и что происходит? Это очень жестко. Смотрим мы на дно. На дне вода и песок. С пересвеченным берегом, без ND, фильтров. И смотрим мы в конец ролика. Очень странная работа, если честно. Прогулка по Хорватии. Кадр может быть, но что я бы на твоем месте, если честно, бы сделал? Это видео домашний архив. Просто показать, что вот мы там прыгали, тусили. Для общественности это видео немножко не подходит, и художественной ценности это видео не имеет. Началось бы с того, что я бы снял общий план местности, где находится та лодка. Например, там береговую линию снял бы, горы снял, потом море, а потом постепенно перешел бы на корабль. Я понимаю, что тебе, может, было страшно снимать, как корабль движется на ходу, но я бы снял, как он плывет с видом на море. Потом бы подснял снизу этот корабль над уровнем воды, поднимая камеру вверх, как он, какой величественный великан такой стоит, либо он плывет по морю. Люди, которые плавают в воде, они сами себе выглядят немножко нелепо. Я бы это, конечно, не хотел бы показывать. Сложно, очень тяжелая работа для критики. Я думаю, что посмотри предыдущее видео, которое я критиковал, тоже человека, который снимал Хорватию, прислушайся к тем рекомендациям и используй ND-фильтры, потому что, судя по всему, у тебя пересветы по белым очень сильные. Купи себе ND-64 и прислушайся к предыдущей работе, которой я давал критику. Антон Сапрыкин. Надеюсь, еще не поздно прислать свои ролики. Не поздно. Если будешь рассказывать про мой ролик, расскажи, пожалуйста, как красиво снять круговые пролеты. Для этого у меня уже есть видео очень много на канале. Интересно узнать про цветовые профили. Это будет я отдельное видео создавать про них. Видео делал специально небольшое, чтобы зрителю не было скучно. Посмотрим. Снято на DJI 4 Pro в AUSE 2020. А, мы, кстати, в предыдущей прожарке уже видели это видео.
другим камерой. То как к чему это... Вот, вот это сейчас классно кадр был, когда постепенно сзади появился лес, а вот предыдущий был не очень. Итак, мы по плановости отходим назад, и это конец ролика. Странный очень ролик, если честно. Красивое здание в виде короны. Я бы показал следующим образом. Летел бы вдоль леса по солнцу. Постепенно поднимая камеру вверх, где покажется через деревья это здание церкви. Дальше. Этот план я потом покажу, но план хороший, только надо было, чтобы вот эта нижняя часть была все-таки ровно с центра, потому что у нас получается немножко перекошена картинка и пересвет на дроне. Надо было закрыть диафрагму. Кадр хороший. Корону отработать надо было крупнее. Опустить дрон ниже, показать ее на фоне неба, было бы во. Плюс были у нас еще бы блики. А так у нас припадочные истерические движения дрона. И как только мы опускаем дрон ниже, показывая на фоне неба, у нас становится все хорошо. Надо бы это было делать более долго. И смотри, у нас здесь есть красивые статуи. Орлы, грифоны, какие-то монахи. Надо было подлет к ним сделать, отлет от них сделать, поработать, чтобы на них солнце пробивалось, снять их в силуэте, чтобы солнце появилось через них. Надо было больше и детальнее проработать. Вот посмотри мою работу, как я снимал костёл Святого Николая, и просто примени это к своей работе. Я думаю, это объяснит все. Смотри, солнце зашло и закрыло часть здания. Это разве красиво выглядит? Нет. Здесь у нас солнце есть, здесь у нас нету. Я понимаю, что стоит там сзади здание, значит, не снимай эту сторону. Оно некрасиво, как будто разрезали здание. Вот этот ракурс классный, может быть. Только у тебя слева слишком много места, сверху мы все поели. Если мы хотим сверху все съесть, то мы снимаем, значит, крупнее, либо мы снимаем все в общем плане. Либо опусти дрон максимально вниз, подними вверх, чтобы у нас макушка не съелась, и все будет хорошо, счастье обеспеченное. А так... Дергаешь камерой, старайся сделать все плавнее, не спеши, спокойно веди камеру, поработай с деталями фасадов. Вот видишь, вот справа сверху играет лучик солнца над силуэтами этих скульптур. Сделай подлет к ним, отлет к ним, пусть этот лучик поиграет между ихними гранями. Не спеши, спокойненько, это здание в силуэте тоже может быть очень интересно, если бы ее ниже опустил дрон. И показал бы, было бы тоже классно. Убрал бы этот горизонт с деревьями. Видишь, это здание просвечивается насквозь. Надо было загнать дрон таким образом, чтобы солнце пробило два окна и поиграть с лучиками между этими решетками, которые в окне, как перепонки, работают. Тоже хороший вариант. Это здание вообще выброси. Это полная ахинея. Ты немножко опоздал, тебе надо было, когда солнце не так было низко, снять его по кругу, а потом, когда солнце начало садиться, отрабатывать детали уже. Потому что ты отрабатываешь детали с тенью. Спасибо тебе большое, Антон Сапрыкин, за твою работу. Я думаю, ты услышал свои замечания по своей работе. Пазаджи Игорь. Юра, привет. Сегодня попался твой канал. Контент зачетный, подписался сразу. Спасибо. У меня Mavic Pro еще из первых. Но думаю, что можно даже из него выжить что-то большое. Конечно, можно. Очень надеюсь на твои дельные советы. Спасибо. Летаю почти 3 года, но не так часто, как бы хотелось бы. Ну, такая вот жизнь. Давай посмотрим твою работу. Крит. Нарезка видео с дрона. Современная греческая музыка. Что у нас по музыке, по правам, непонятно. 14 минут. Мы 14 минут смотреть не будем. Но кадр, конечно, зачетный, красивый, кстати. И вода красивая. Ого, сколько народу там, как муравейник бегает. Да, классный прилет. Только единственное, что... Ну да, Mavic Mini первый, у него сенсор там сопля. И пересветы на дендрофитре вешать. Ну, классная локация, кстати. Был в Греции в прошлом году, так и на Крит я не попал. А с учетом того, что там солнце всегда такое... яркое, то без эндофильтра там делать нечего. Особенно с первым мавиком, где сенсор меньше этой отвертки. Что у нас все такое подерганное. Классный серпантин, только жалко, что уже солнце зашло. То есть, если хотим показать какую-то локацию и акцентировать внимание на ее детали, когда там нету солнца, то оно выглядит, мягко говоря, не очень.
А вот кадр открытия неплохо. Мы открыли новую местность, и там снизу бегает, кстати, козел. О, что у нас там, кто-то по дрону ударил по голове. А что мы дергаем камерой? Ай, стробит все у нас. Но видите, еще ветер был. Видите, ребята, первый Mavic, это первый Mavic. Все-таки хорошая аппаратура, дает хорошие кадры. И с ней легче работать, если честно. Мы показываем набережную, крутимся вокруг острова, наверное, с оливками. Красиво, конечно. Крит прикольный. Здесь там минотавр есть какой-то, пещера, еще что-то. Ночью Mavic Mini можно не запускать. Можно ночью отдыхать. У нас такая спокойная панорамная съемка. Ну, может быть. В принципе, это видео будет интересно тем, кто хочет поехать на Крит и хочет узнать, что же там такое, что там вообще происходит, что там есть. Локации классные. Вот наш оператор. Классные локации, ну блин, оно такое все выжженное, как я не знаю, очень похоже на, кстати, на Кипр. Тоже там деревьев практически нету и... А паровозик, который катается у нас, бывает в центрах. Туристический. Да, первый Mavic есть первый Mavic. К сожалению, я сам прошел это, настрадался. И ничего хорошего о нем рассказать не могу. Дамбы. Честно, вот ролик действительно для тех, кто хочет понять, что там вообще в этом криту происходит, что там делать, что посмотреть, чего ожидать и что тут есть. Но вот художественные ценности оно, в принципе, частично имеет, если почистить и убрать лишние кадры, убрать подергивание камеры, убрать пересветы с помощью ND-фильтров. Я думаю, что можно получить неплохой кадр. И вот действительно, вот как только у нас появились краски, Mavic Mini расцвел. Кстати, классная такая церковь византийская. Дороги. Красивые, конечно, пляжи. Бухты. Крутые кадры. Ну, аппаратура, конечно, все портит. Горы, серпантины. Красивые, конечно, место. Буду знать, все-таки на Крит надо будет заехать. Есть на что посмотреть. Кстати, как лицо такое. Два глаза и рот, которые разорвали после просмотра. Что я могу сказать? Картинка стрёмная, честно. Надо что-нибудь повеселее, типа Mini 2, либо Air 2. Это раз. Очень сильно бросается качество картинки. Хоть и Full HD, но детализация вообще. Пересветы, только ND-фильтры. Плавность проводки камеры. Не делаем вот этих подзатыльников, не снимаем, как будто бьют по дрону по голове ему. И 14 минут, мне кажется, слишком много. Я все-таки бы выбрал эпик, укоротил бы ролик, и мне кажется, это было бы успех. Какая-то локация понравилась, такая-то вот штука. Например, понравилась мне эта крепость. Что она такое, я не знаю. Подпись. Лысая гора с крепостью. Все, я знаю, еду в Лысую гору с крепостью. Убрать поддергивание стиков. Видно, что есть опыт, что у нас ровные пролеты, но опять же пересветы. И вот мы летели только что прямо, потом начинаем резко вниз опускаться и показывать себя. Себя лучше вообще не показывать, если честно. И показываем срач. То есть все, что у нас некрасивое, где есть мусор, где у нас нелогичное какое-то место, не снимать. И вот видно слева внизу автора. Вот мы видим снизу воду. Начинаем почему-то переводить вправо, потом резко переводить на церковь. Немножко нелогично. Поработать с логикой, плавностью, с дроном, качеством, пересветом, ND-фильтры. А так, в принципе, все может быть и укоротить. И сделать более такое информативное видео с помощью подписаний локаций. Спасибо большое, Базаджи Игорь. Антон Карцев. Добрый день, буду признателен за любую критику. Хорошо, давай посмотрим твое видео. Конаково Ривер Клаб. С высоты Event Hotel, загородный клуб на Волге. Лена про отели. Хорошо, давай посмотрим. О, пересвет какой у нас лютый. У нас лодка стала снегом. Что-то качество у нас не очень. Опять что ли на Mavic первый снимали? Вау, конечно, локация красивая. Только что-то камера дергается, наверное, ветер был.
осень. Еще раз осень. Но мы увидели, что здесь красивые деревья. И, в принципе, мы понимаем, что по сути названия ролика мы показываем сейчас рекламу какого-то курорта, каких-то домиков. Но мы уже посмотрели одну минуту видео и только сейчас начинаем показывать основной акцент видео на отелях. Может быть, кстати, классно. Ролик ни о чем, мы показываем слишком много асфальта ненужного, то есть брусчатки. Может быть, быстро надо было медленней, строп. Классно, кадр как рекламный. Может быть, только мы что-то справа слишком начинаем много лишнего показывать. В плане сверху можно было показать. Опять мы показываем только же самую местность, где можно ловить рыбу. Кстати, здесь карп клюет. Ух, сейчас осенью щуку, да ты что, пойдет, как круто. Такие заливы. Вот для рыбалки, конечно, это круто. Так, идет человек. Может быть, кстати, классно, цвет. Классно тоже, только у нас немножко не по центру. Это личный кадр, где показываем такой, как грязновато чуть-чуть. Показываем пирс. Может быть, лодка плывет. Может быть, причал в плане быть. Может, только у нас пересветы надо было немножко белые притушить. Низкий план, красивый, опять же, у нас пересветы по белому. Может быть, игра с лучиком солнца на закате. Может быть, видно оператора. Когда видно оператора в кадре, это немножко странно. Этот кадр... Кстати, а кто там стоит снизу на велосипеде? С антеннами на голове. Прикол. Ну, мы такой уже примерно видели. Вот сейчас мы показываем территорию. Может быть. Просто я не могу понять, это видео как travel видео, и это видео как рекламное. Как рекламное оно не годится. Как travel странное. То есть в описании что написано, к чему это? Это экстрим фитнес, охота, рыбалка, русская природа, все сочетания с восстанавливающей процедурой в спа. Современный яхт-клуб. Но, я как понимаю, это не рекламный. Это как даже и больше как блоговое видео. В общем, что я хочу сказать. Пересвет исправить? Сложность в том, что я не знаю, какая цель этого видео. Надо было написать, это реклама. Если реклама, это вообще не подходит. Потому что если мы делаем рекламу какого-то отеля, мы показывать должны отель, а не деревья. Если мы делаем блог, то блоги должны показывать себя, а не только просто местность. То есть тут тяжело понять, чего от этого видео требовать. Пролеты есть прикольные, но они пустые. То есть мы сейчас выходим и пусто. Сейчас мы показываем уже, когда отель, уже начинаем понимать, рассматривать, какая здесь территория, что здесь происходит, почему людей нету. Начинаем рассматривать детали отеля, что вот у меня есть балкончик. В этот случай мы показываем, что у нас асфальт, ой, не асфальт, а брусчатка выложенная, зачем мы это показываем. Деревянное перекрытие у нас может быть, у нас есть какая-то площадка, непонятно для чего, почему-то быстро мы пролетаем, не успеваем. Показываем, что у нас есть красивые теннисные корты, два штука. Но почему-то мы его выбрасываем влево, у нас снизу появляется зелень, надо было его в плане сверху показать. Эта местность красивая, можно показать, можно было показать, как лодка плывет, за ней погоняться в этой местности. Этот кадр, кстати, мне нравится, красиво получилось, прикольно. Третий кадр уже ушел в кусты, как будто там ничего не растет. Если ты все-таки хотел сделать акцент на местности, надо было все-таки сделать акцент на местности. Если хочешь сделать акцент на отеле, нужно было все-таки снимать больше зданий. Если хочешь сделать акцент на рыбалке, нужно было снимать рыбаков, лодки и всю эту движуху. Если хочешь сделать акцент на яхте или парк, вот этот парк или гараж этих яхт, нужно было акцентировать внимание на них. Здесь получилось все понемногу, и я не понимаю суть этого ролика. Зачем этот ролик? Или ты просто решил сам по приколу снять его? Но получилось все понемногу и с пересветами, и я не понимаю даже, что порекомендовать. Пытаться не снимать слишком быстро, где хочется рассмотреть. И проблема есть с композицией. Мы если компонуем теннисные корты, которые состоят из двух частей, которые в общем зеленом квадрате, то желательно, чтобы он не выпадал. Саня Кулаков. Привет, видео снято на Mavic Pro 1, так что ж вы так их понакупали. И мной смонтировано. Хорошо. Куяльницкий лиман.
О, это же мы уже только что видели. Шрифт жесть. Как будто взяли, дали в глаз и часть пикселей потеряли. Слишком жирный и потрепанный. Кстати, прикольный кадр, если честно, как автомобиль есть. Такая динамическая съемка, у нас все такое ныряет. Кстати, тоже неплохо. Может быть, с планом на город, который вдали. Шрифт вообще жестяк. Он очень стрёмный, жирный и порезанный, как будто гопник взял за поворот и порезал. Вообще, может быть, такое информативное видео с инфографикой, крутые, классные кадры. Но Mavic 1, да, он все-таки красочностью не выделяется и детализацией. Люди ходят. Кстати, кадр прикольный. Классный кадр, выворот. Ну, прикольно, может быть. Ну, местные власти бездействуют. Это нормально. Может, в принципе, быть, может быть. Только не понимаю, что за такие торчат штуки. То ли это, наверное, какие-то мостики были, которые просто поломались. По этому ролику первый автор, который показывал тоже эту работу про Лиман, снял более художественно, вдумчиво. Если этому автору передать эту же инфографику с нормальным шрифтом, не такие большие плашки, чуть поменьше, более так лаконично, тоже классная проводка. Может быть, стрёмно, багнюка. Но мне кажется, это видео специально в этом сделано, чтобы люди задумались, что вот у нас исчезает вода, скоро воды не будет, будут расти деревья и груши повырастают. То есть это все-таки информативное видео для общественности. Там ЧП Одессы, например. То есть информативность, она показывает свою, а художественной ценности немножко маловато. То есть у предыдущего автора этой работы все-таки было больше взгляда по творчеству. Ну, вот они цели разные. Тут информативное, чисто быстренько показать, что вообще происходит. Проводки ровные, мне нравится, отлично. Двигаемся, друзья, дальше. Сергей Шастин, или Шастин, извините, могу ошибаться. Снято на Mavic Air. Кстати, Mavic Air снимает лучше, чем первый Mavic. 2020, блин, эта дата меня так пугает. Мне был максимально неудачный прошлый год. Вау, кстати, классный кадр. Вау, такая проводка. Красиво. Это у нас что? Камышин. Даже не знаю, что это. Ух ты, какой художественный кадр. Как будто мы сейчас смотрим фильм. Классно снял. И на фоне корабль появился. Игра «Солнышко в парке». Красиво, кстати. И время выбрано удачное. Золотой закат. Ого, какие-то самолеты стоят, наверное, Второй мировой еще. Круто. Вау, крутяк. Все-таки правильно выбранное время. И неважно, каким ты дроном снимаешь, в ровных руках любой инструмент превращается в шедевр. Постепенное открытие картинки, переливающиеся кадры. Это художественная съемка, ребята. Ровный кадр. Динамика, Санкт-Петербург, красивый кадр. Это лишний, мусор. Ну, не очень такой кадр, если честно. О, уже лучше. Видишь разницу все-таки? У нас есть фонтаны в Камышине. Мы уже показывали, мне кажется, этого было достаточно. Солнце зашло, все. Все, мы теряем. Опять солнце у нас там зашло, теперь оно у нас встало. Этот кадр, может быть, мы показываем инфраструктуру. Опять солнце зашло. Кстати, там я видел, на стене был Ленин, надо было, наверное, его проработать. Может быть, в принципе, как показать, что у нас есть центр. О, отработали Ленина, класс, еще солнышко, все, красава, вышел. Тоже кадр может быть хороший. Мне нравится. Тоже. Ой, подожди, что происходит? Мне показалось, что женщина держит грудь, а потом понял, что это человек. Только что он смотрит, у него голова вверх ногами, кстати.
О, кстати, хороший пролет, только мне кажется, что слишком его вправо загнала, надо было немножко к центру выйти. У нас есть там гиперлапс, товарищ Ленин. Ну, все-таки солнышком было бы красивее. У нас есть памятники, город-герой. Скер мы уже показывали, Скер мы показывали, это лишнее. Этот кадр, мне кажется, лишний. Ух, как красиво. Это Mavic первый. Или... А, это Air. Ай, какая красота. Ну, дернул немножко. Ну, красиво. Закат, мост, силуэт города. Движуха на гидроциклах. Блин, наверное, сколько гидроцикл стоит. Я просто офигел. Почему так дорого? Film Production, Шаштин Сергей. Честно, классная работа. Ай, у тебя там, кстати, ты видишь, что у тебя есть? У тебя на горизонте, я вижу, док есть. Ух, там бы полетать. Я думаю, что на силуэте закатного города можно было... Ой, что там наснимать классных кадров. Эти краны, как они грузят, ты что? Как я Одесский порт снимал, я просто кайфовал, но мне не везло с солнцем. А здесь можно было, конечно, поиграть. Круто. Шатин Сергей, работа реально интересная. Выбрана фаза солнца классная, когда у нас закат. Кадры такие кинематографичные. Супер. Вот тот же все время говорю, ребята, опускайте дрон вниз, поднимайте камеру вверх, снимайте на фоне неба, убирайте весь мусор снаружи и будет счастье. Цветокоррекция мне нравится. Класс. Вот кадр просто нереально. Художественная съемка прям в кино. Даже не знаю, что сказать. Ну, пару кадров бы я выкинул, а вообще вот придраться. Проводки мне нравятся, цветокоррекция мне нравится, монтаж мне нравится. Пару кадров выбросить и сделать по фазам солнца, потому что у нас получается, смотри, солнце заходит. Потом, что у нас? Солнце зашло. Судя по тому, что у нас нету теней и солнца лучей нет. Потом у нас день. Мы снимаем день. Потом у нас солнце зашло. Потом у нас солнце встало. То есть, ну, ты понял логику, да? Если я бы это все почистил и сложил бы по фазам солнца, я думаю, что было бы классно. Этот кадр лишний, этот кадр может быть. Но все-таки старайся снимать все солнцем. Когда без солнца, оно, сам видишь, не очень оно выглядит. Этот кадр вообще такой, фух, экспрессивный. Раз, чикс. Круто, круто. И видишь, когда у нас был закат, у нас опять стал день. То есть, когда у нас чередование оранжевого неба с синим, оно бьет по глазам. Если честно, это статы очень странные. Эта женщина держит мужика за грудь, которого разорвала пополам и вывернула голову наизнанку. Это, конечно, очень жесткая статуя, но это жизнь. Это кадр классно художественно снятый. Я просто кайфую. Гиперлапс тоже крутой. Ленин. Ну, все-таки я бы старался снимать всю такую фазу солнца, чтобы оно все было одинаково. А то, что без солнца... Я бы не снимал, но вот это вообще мощный кадр с завальной фотобанки, у тебя их выкупят, и работа действительно очень захватывающая, мне понравилась. Сильная работа. Фит Илья. Привет, Смакодрон, меня зовут Илья. Давно мечтал приобрести дрон, и вот в августе 2020 года я наконец-то случилось. Плотно влетаю уже 2 месяца. Пока еще часто волнуюсь перед началом каждого полета. Ну, раз 50 уронишь дрон, потом перестанешь. С воодушевлением смотрю твой канал. Спасибо большое. Мне очень нравится твой взгляд на мир через камеру, стиль и техника съемки. Это все опыт, желание и время. Прошу прожарить мое видео по полной. Нарывайся. Буду рад любой конструктивной критике. Съемка Mavic 2 Pro, наконец-то! Mavic 2 Pro! С уважением, Илья. Хорошо, посмотрим твою работу, Илья. Ух ты, начало интересное. Оу, водохранилище реки Демчая, Турция. Нарывайся. А жарить я буду, знаешь почему? Потому что у меня тоже здесь снимал. И знаю, где и что тут снимать. И как я от полиции здесь убегал. Как я в горах терялся. Я это прекрасно помню. Это было еще 4 года назад. Дергаем камерой. Слушай, почему на Mavic 2 Pro такое плохое качество картинки? Я подозреваю, что ты не использовал ND-фильтр, и ты просто закрывал на максимум диафрагму. Или выдержку лупасил. И, кстати, Демчаи очень красиво выглядят на рассвете. На закате я пробовал, мне не понравилось, и... Ого, что тут построили такое? Ничего себе.
Дым чая очень красиво выйдет на рассвете. На закате мне не сильно понравилось. Именно на рассвете. И все, да? Блин, у меня аж стыдно за Mavic 2 Pro. Почему такое получилось плохое качество картинки? Сначала очень интересно, здесь бы надпись такая, дым чая, turkey. Может быть, но вот смотри, у тебя небо пережаренное прям по полной. И, кстати, расскажи в комментариях, гоняли за тобой менты или нет, потому что я помню, когда я ехал, там была какая-то сирена, я еще летал на, еще на Phantom 4 Pro, я еще додумался возле дамбы запустить, но тогда дроны можно было еще летать на них. И за мной гонялись, было очень весело. Вот смотри, у тебя пересветы, как так у тебя может быть? У тебя ж перемена диафрагма. У тебя все очень ярко-синее. Ты не в лохе даже снимал, ты снимал просто в нормале. А работая с красками, в нормале не вытянешь нормальных цветов. Кстати, ну, странно, если честно. Вот видишь этот островок? Раньше на него можно было на машине заехать, кстати. Очень красиво он выглядит сверху. Я сейчас покажу то, что я наснимал 4 года назад. У меня сейчас мнение вообще абсолютно все поменялось по своему стилю съемки в то время. Но ты посмотришь, как я тогда снимал и что у меня получилось, и ты поймешь, какие у тебя ошибки. Ну вот этот остров, он прикольный сверху. Он в виде соска получается в спирали. Сейчас увидишь. Я очень удивлюсь, почему ты не снял. Потому что, в принципе, надо было акцентировать внимание все-таки больше не с этой стороны, а с той стороны моста. А ты почему-то уперся именно в этот каньончик. Хотя, да, тоже красивый, но там в каньоне есть одно место, где торчат из земли, с воды деревья. Ну вот смотри, у тебя, короче, пересветы. Проблема с фотокоррекцией, у тебя слишком ядовые цвета пережженные. Наверное, за то, что еще снимал в полдень. Хотя я сейчас покажу кадр, где я тоже снимал в полдень. И у тебя... Почему-то я обратил внимание... Скорость видео очень странная. У тебя все быстро, тебе все медленно, и ты бросаешь камеру. Вот только что вел, потом раз, бросил камеру. Колесиками, вернее. Тебе все-таки надо было поработать немножко с художественной съемкой. Может, ты и спешил, я не знаю. Смотри, ты показываешь сейчас мост с этой стороны, потом ты решил показать там с другой стороны. Зачем нам это? Мы уже видели, нам достаточно. У тебя очень много кадров дублей. То есть ты показываешь нам каньон. Ты показываешь нам, ну, может быть, в принципе. Показываешь сверху. Покажешь опять каньон снизу, примерно похожий, который был раньше. Опять каньон, который мы видели, только ты решил быстрее лететь. Показал мост, показал еще раз карьер. Начало классное. Если бы еще бы надпись, круто было бы. Давайте покажу, что у меня получилось, как я руководствовался и чего я тебя вообще требую, и как было бы лучше, если бы ты так сделал. Потом показать в плане, как этот карьер выглядит. Смотри, как оно прикольно выглядит. Как будто лайк этому видео показывает, что нужно сделать. Такие длинные задумчивые пролеты можно было сделать этой местности. Вот пятачок, который я говорил, в виде соска. Можно было вот так снять его. Крутой кадр. При том, что сейчас не покрашено, если его покрасить, будет вообще супер. Можно было покрутиться, сделать такие космические кадры. На низкой высоте полетать вдоль воды, которая как гладь, как стекло. Можно было с ней поработать. Так, это я, как всегда, исполняю всякую фигню. Ну, понимать, тогда я тоже учился. Это сейчас только начал понимать, что надо делать. Мост, который ты снял. Смотри, как я это сделал. Плавненько, через отражение, под мостом. Ну, дернул, да. Ну, тогда это я был тоже таким дерганым пацаном. Все постепенно, задумчиво прохожу через эти скалы и выхожу на общий план этого водохранилища. Вот тебе говорил, когда про торчащие деревья с под воды. Тоже можно было это проработать. Это все за тебя было, буквально 20 метров. Потом я постепенно показываю, как идет дорога, как идет у нас ручей. И поднимаю камеру вверх. Но я, Вася, не дотянул и не показал горы, но так надо было бы сделать. Теперь по поводу моста, где ты был. Кстати, когда я снимал, его только-только построили. Раньше нужно было, чтобы попасть в эту местность, объезжать фиг в тучу километров. Можно было сверху было бы снять этот мост.
показать его в плане, постепенно вращаясь и поднимая дрон. Как тебе такие кадры? Это 4 года назад я снимал. Какие дороги, какие горы вокруг местности можно было показать, не только показать Дымчая. Это все Дымчая, просто видишь, какие здесь еще локации есть рядом. Что есть горы у нас. Это тоже та же самая Дымчая. Видишь, чего-то еще не доснял в своей работе, чего не хватает. Это бы украсило бы. А я еще попал в период, когда были такие дымки. О, это ты шо? Классно было. Я еще... Мне не хватило 15 метров, чтобы эту гору перелететь. Тогда не было у меня снятия высоты по ограничению. То есть это ты мог все снять в этом Дымчае. И вот так выйти на Дымчае еще можно было через скалу. То есть все-таки надо смотреть более шире локацию, нежели чем то, что сейчас ты видишь. Я сейчас показываю именно то, чего ты мог снять. Это работе 4 года. Я снимал ужасно в то время. Да и сейчас, в принципе. То есть, можно было проработать и снять интересных кадров. Да, это жесткая была съемка, потому что за мной гонялись там. В общем, вернемся к твоей работе. Начальный кадр водохранилища мне понравилось. Очень круто, можно было с этого начать. Тоже хороший кадр. Пересвет, конечно, и ядовые цвета немножко надо было спокойнее сделать. Этот кадр мне тоже очень нравится. Видишь, там красивый такой хребет. Тут надо было ближе подлететь и отснять в крупном плане это все. Было бы круто. Вот видишь, это дерево, можно было к нему подлететь, которое торчит, вот смотри. Ай, попади еще. Видишь, это дерево, можно было ближе к нему подлететь и показать именно на фоне его моря. Тоже можно было интересно обыграть. И видишь, с насыщенностью цветов проблем. No problem, как говорится. Ущелье показать, именно вид сверху в плане, вот это, которое увидим. И так проработать, я думаю, что и просто нужно каждую локацию видеть глобально, ее детально прорабатывать, и это будет успех. В данном случае странно, почему у тебя жженая картинка на Mavic 2 Pro, ND-фильтр надо было брать. Тебе нужно... Сначала все рассмотреть, потом начать снимать. Заранее продумать, куда я полечу. Потому что, может быть, один аккумулятор был, ты пытался это все зацепить. Я понимаю, что, может, опыта не хватает. Ну, ты посмотрел, какие мои работы были 4 года назад, как это я мыслил. Просто запомни, учитывай это в своих будущих работах. И всегда планируй съемку. Осмотрись, подумай, начни. И смотри в кадр. Следующую работу мы смотрим, это Олег. Привет, не знаю, формат или нет, так как съемки комбинированы с обычной камерой. Мы смотрим все, но первый кадр я уже офигеваю. Камчатка 4К, только природа с популярных направлений земли, дрона и вертолета. Шумы у нас, конечно, офигительные. Вот. Мы забыли за шумодавить, наверное, да? Или не умеем как? Если не умеем, то у меня на канале есть видео, как шумодавить. Но, кстати, начало мне нравится. Вау, как красиво и художественно, только мы почему-то камеру начали поднимать вслед за волной. Какая красота. То, что не хватало Кам-4, я, по-моему, видео смотрел уже 3 авторов. Ух ты, прикольно они пересекались. 3 авторов, и то, что я их просил, снимите море, крупный план. Офигеть, как тебе получилось это снять, это же нельзя. Кто тебя вообще сюда пустил? Это как будто с вертолета снято. Подожди, это твои кадры вообще? Не понял. Это твои кадры? Мне кажется, тебя, блин, не впустили бы сюда. И что происходит с картинкой? Почему она дергается? Мне кажется, с вертолета было снято. Если с дрона, я бы, конечно, офигел. Гейзер. Ух ты. Пересвет какой. Ай. Вау, круто, конечно. Да, блин, я сколько не видел работ Камчатки, и я не видел ни одной работы, кто сделал ее плохо. То есть, кто бы не снял, но снимает круто. Мне кажется, такое-то место, которое даже из любого, тот, кто не умеет снимать, будет снимать круто. Ой, у нас тут сильно темно. Ай, шумы, ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошо нам шумами кормить. Здесь у нас солнце зашло, мы показываем туман. Красивые горы. Заглядываем и видим красивое озеро.
Может быть, только можно было плавнее, и мы снимаем на автонастройках, что ли? Красиво. Такое ощущение, как будто... А, это с рук, я думал, это дрон колбасит. И стабилизацию мы сделали, вот почему у нас деформация пространства идет. Но все равно прикольно, мне нравится. Пересветы. Почему мы не смотрим на экспонометр? Эндехи, наверное, не было. И такую фух на общий план. Блин, какая же красивая Камчатка. Ого, а почему такая вода странного цвета, как Милка? Стаба не было, наверное, да, чтобы приходилось с руки снимать. Ну, красиво-то как. Камчатка, когда же я тебя увижу? И вижу ли я вообще ее? Ну да, мне кажется, видишь, вот в день в днем снимаешь, и кадры такие пережженные, как только вот... Слушай, мне кажется, как будто снималась на разные дроны. Не могу понять, почему. У меня такое подозрение. Пересвет. И бросили камеру. Бросили камеру. Ну, красиво, как будто мы смотрим, как валяются эти касатки черно-белые. Пересвет. Красивый кадр, только синего слишком много. А здесь у нас грязненько по черным цветам. И все пестрит, не видно даже, куда смотреть, на деревья, либо на реку. Ну, пестрящая картинка очень. И слишком быстро ты это делаешь, как будто сейчас там что-то сверхусрочное произойдет. А это классный кадр, только синего, мне кажется, много. И опять же бросаем камеру. Река, может быть, и знаменитая набережная. Красота. Я думаю, ты переборщил с синим. А здесь у нас фокуса нет. Да, мне камера сбивает немножко. О, да, 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 да. Красота, конечно. Это сильный кадр. Это сильный кадр. Мне очень нравится. Тоже может быть. И чувствую, что ролик, наверное, уже идет к концу. Я уверен? Да, я так и уверен. Потому что началось ролик с того, что ты поднимаешься с облаков на горы и заканчиваешь, что ты уходишь в облака. Как символично, логично и, в принципе, правильно. И солнышко у нас заходит. Как будто там был рассвет, а тут закат. Классная работа. Вот где вулкан работал, я просто в шоке. Вулкан работал. Где вулкан извергался, конечно, было круто. Короче, Шумодав. Почему? Почему Шумодав здесь не был? Это ж жесткий косяк. Это бьют, ругают и забирают дрон с рук. Шумодав здесь надо было. Начало мне очень понравилось. Кадр с этим... С водой супер, пересветов нету. Кадр с водой просто аллилуйя, офигенно. Круто. И мне понравилось, что вот пересекаются волны вот так. Это классно словил. По симметрии вопросов нету. Но вулкан, где извергается, это просто... Как будто сейчас вот вертолеты здесь, как будто трансформеры сейчас будут летать. В общем, такое что-то экшен-видео. И видно, что с вертолета снято, да. Отражение все-таки палится. Этот кадр мы, в принципе, в начале видео, не знаю, зачем мы его показывали, и в конце он, похоже, тоже есть. Что хочу сказать, есть пересветы, есть сильные кадры, но вот пересветы мне больше всего били в глаз, шумы били в глаз, вообще видео очень классное. Не снимай, когда солнце зашло, оно очень сильно палится. И все-таки снимай, когда есть солнце. Когда есть солнце, и, в принципе, работа на Discovery тянет. Единственное, что там, где ты очень резко бросаешь камеру, видишь, такой раз, опустил. Следующий кадр, видишь, раз, отпустил. Аж по кепке ударил. Ай, ну типа вот такое получается. Вот, ты сейчас ведешь, резко, мы не успеваем рассмотреть много деталей. Ай-яй-яй, а на выходе мы куда? Мы смотрим... Ну, короче, слишком все быстро. Этот кадр хороший, и ты немножко переборщил с насыщенностью и используя дефлиты, если ты их не используешь, потому что мне кажется, что местами пережженные именно за этого. И синий притуши, бо... перебор. А так работа мне нравится. Мне кажется, что Камчатку может снять любой, круто, но подобрать время не умеет это делать каждый. Ого, я как Кличко уже начинаю говорить. Классная работа, спасибо тебе большое, действительно, Камчатка впечатлила твоя. Почему не формат? Формат, просто видео мы с дрона больше смотрим. Олег, спасибо тебе большое, реально было интересно. И последнюю работу на сегодня, которую мы посмотрим, это Field Bird, видеосъемка, прожарка аэро. Посмотрим мы
Привет, вчера только наткнулся на твой YouTube-канал. Крутой подход к подаче материала. Лайк. Спасибо тебе большое. Я теперь буду знать, кто смотрит мои общие видео. Потому что почему-то видео мы перестали смотреть. Нехорошо. Перестану делать видосы, ребята. Хотел бы услышать от тебя жесткое мнение по моей аэросъемке. Именно жесткое. Не, ну если нет причины, от чего наезжать, то что? Я буду жестко критиковать. Создание продающих видеороликов в Перми. Недвижимость и реклама. Леонид. 892-23-90-200. Звоните в любое время, снимем. Ну а как мы снимем, сейчас узнаем. Туроператор Северный Урал. Представляет вертолетное путешествие. Офигеть. Блин, друзья, такое ощущение, как будто я сейчас смотрю какой-то фильм. Слушай, это ты реально, это ты снял эту работу? Это реально, как я сейчас в данный момент смотрю сейчас фильм. Трейлер к фильму. И вот они пошли в горы, они выживали как могли. И тут я нашел дрон и начал снимать все. Красиво. Блин. Друзья, это в номинацию одной из самых сильных работ за все прожарки, а их было 5. Круто получилось. Офигеть, как офигенно просто, у меня нет слов. Еще формат взят такой именно под винтаж с округленными краями. Это какой-то просто... Ну, здесь камера больше, все-таки видео с камеры. Но когда есть крутые кадры, то что бы их не посмотреть. Вау, и даже без солнца можно передать просто... Это самая крутая работа, которую я только видел во всех прожарках, друзья. Видео by Леонид Яшкин. Это крутая работа, если честно. Я не знаю, почему у этого человека так мало подписчиков. Прошу каждого моего подписчика, пожалуйста, поддержите этого автора Леонида Яшкина лайком и подпиской. Это очень сильные работы. И жалко, что таких людей не ценят. Людям просто интересно смотреть на YouTube, как другие люди едят еду, всякие там розыгрыши, пранки. Когда смотришь вот такие работы... которые люди недооценивают. Но эти люди делают многое. И хочется просто... Ты красавчик. Это действительно сильно. Вообще просто... Я аж вспотел. Это очень сильно. Я знаю, как это... Требуется сколько сил на создание таких роликов. Просто охерительно. И ты еще 3D графика занимаешься. Блин, вот это называется профи своего дела. Спасибо всем, друзья, за поддержку канала. Спасибо за просмотр, кто смотрел до конца. Вы, наверное, тоже кайфанули, как и я. И я сейчас... Я очень просто проникаюсь в работу. И когда я видел эту работу, я все, я ушел. Это было очень круто. Друзья, смакуйте, кайфуйте, создавайте такие проекты, как Леонид Яшкин. И до следующих видосов. А я пока сейчас сделаю паузу, отойду, потому что я офигел. Всем пока.